Так, еще раз. А инхерент джунглями, ой, инхерент местностью джунгли считаются только дэнс? Джунгли и бамбук. Понял. А вот на той стороне у нас и есть бамбук, да? А вот браш это бамбук. Да, вижу, ага. На нашей стороне. Ага. На западной нету, я понял. То есть на восточной. Так. А что там у врагов? Подтянут они минометик. У хохлов. Пиздатый, блядь. Ну как пиздатый, блядь. Три у него дистанция. И мост сам. Но мост сам меня не мало волнует. Меня волнует скорее гексагон У6. Ушатать гексагон У6. Моя надежда это пулемет Намбу. Или как он? Намбу, наверное, легкий. Ой, 4, блядь. Чудо японских вооружений. Силой 4, блядь. Так. Значит, можно поставить 3. Блять, это будет ад. От каннибалов, блядь, опять я забыл про группу. Группа не может быть организована из двух соседних джунглей. Джунгли одни могут объединить. Облегчает задачу. Бамбук в этом плане тоже считается плотными джунглями. Да, играем от N до BB, по-моему, включительно. Можно пометить. Угу. Так, три фишечки. Пиздато. Прям пиздато. Вот этими тремя фишками и буду охраняться. Мочить. Мочить, да. Ух, ёпта, еще одну фишку нашел. Четыре портедж-поинта, ёпта. Это минометы. 50 миллиметров. У меня были карточки вес дрова.
Если что, я стрим врубил. Да? Ну, я не смотрю. Ну, в этом я не сомневаюсь. Минуточку. На минуточку, не минуточку. А вот это что за поебень, блядь, в центре джунглей? Кусты которые? Да. Бамбук. Это и есть бамбук. А сад тогда что? Пальмы. А, все, понял. А это хуйня грейн-кунай. Угу. Я перепутал, значит, понял. Так-с. Там пиздец, все очки движения, когда заходишь в пинца-икс, не дает минус один при ралли. Что за пин при в бамбуке? А с ЦХом? После Defensive Fire автоматом пин в бамбуке. По Defensive Fire Purposes. Ну, то есть FFMLO, FFNA, наверное, не считается эпидемией. Не-не, прямо After all Defensive First Fire, Unbroken Unit that entered Bamboo к CX и пин сразу. Автоматом. Но тропа через нее не идет.
попробую картинку найти. Что это, блядь, как это в жизни выглядит? Бамбуковые заросли? Ага. Ну это очень толстые хуйни, очень гладкие абсолютно, которые часто растут, да. Угу. Ну он зеленый, может, хотя должен греметь, да, все равно. Нет, все равно, да, твердый. Ага. Там верхушки же соприкасаются. Так, ладно, поскакали дальше. Так, значит, здесь мне осталось совсем чуть-чуть и записать то, что я хочу спрятать. Этих я записывать не буду, потому что они будут ходить. А вот засадку, засадку надо записать. Коварную засадку. Записываю. Это Hidden Initial Placement называется, да? Mm-hmm. Смотрите. Смотрите все, кто смотрит стрим или запись. Будьте свидетелями моего коварного плана. Особенно зима, да? Стримичанский. Глеб, вот ты зря смеешься. Россия набита людьми. То есть чувак пишет нам: хочу купить у вас Close Encounters. Ой, это стрим, да? Неудобно как-то рассказывать. Вряд ли смотрят. Ну да. Ну и тем более имен не называем. Мы им говорим: вот так, мол, и так, $69 в Самару пошлем. Он говорит: ну посылайте. А мы такие: деньги пошлите. Он говорит: не, как же. Так. Наложено платежом. Да, то есть мы завели сайт, группы во всех социальных сетях. Я хуй знаю даже что. Может быть, нам давать ссылку на отзывы на наш магазин на Тесере? Там же гигантское число отзывов, и нет ни одного случая, чтобы мы взяли деньги и не выслали. Обвиняют в чем угодно. Хорошая идея. Можем послать нахуй, можем нахамить, можем... Ну, я даже не помню, в чем нас там обвиняют-то. Шарашкина контора, что... Но ни разу никто не обвинил в том, что мы продаем водку, тройной одеколон под видом водки. Вот, у нас безупречно 50 отзывов на наш магазин, и ни разу... Оверпрайс, понятное дело. Ну, с этим уже не поспоришь. Оверпрайс, так оверпрайс.
Пластик нужен, ну потом, не к спеху. В4. Четыре, четыре, семь. Так, это я записал. Значит, эти фишки я могу спрятать куда-нибудь. Не знаю даже куда. Буду сидеть как дурак такой, блядь. И... Вот это в хиппи мне больше всего, да, парит. Правила ASL нам что рекомендуют? Купите второй набор карт. Да. И возьмите фишки, как бы, и расставьте где-нибудь, ну, сзади, за да. собой на этой карте, и вы будете видеть, где у вас стоят. Гениально. Вы, когда по пустой карте идут, вы хуяк посмотрели. Я так и сделаю. Ну, фишка чаще всего просто хватает двойного комплекта, плюс-минус, а карт второй купить, как делать, нефиг вообще-то. Отличная идея. Наверное, имеет смысл. Здесь лежат же, там, ну, приносить из дома, там, да. И, ну, надеюсь, у нас комплекты рано или поздно соберутся все. Так сказать, походные. Ой, а где вот эти знаки вопросиков? Ага, консилменты. Знаки вопросиков. Раз. Два, спасибо. Все, прям. Осталось две минуты. Четыре, четыре. 7. Отпадная идея. Отпадная идея-то. Ай, я дурак. Засада. Куча пулеметов, минометов. Все, сейчас на том берегу спрячусь и устрою бойню американской пехоте. Устрою скотобойню. Скотобойня на мосту. Этот сценарий перерисует. Смотрите, никогда еще остановка не была такой лаконичной, мне кажется. А все остальные я имел право расположить Hidden National Placement, потому что они у меня стоят в джунглях или в... В Concealment Terrain. Concealment Terrain. Так, ну чё там? Ой, интересности. Вообще. Так, нужно 6. А как здесь отмечается Concealment Terrain? Красненьким тоже. Вообще чума. Я вот нашел кубики. Маркеры отличные. Только не знаю пока для чего их использовать. В батлтехе они отлично помогают для оставших потраченных числов очков движения. Пробежавшая цель. Я не смотрю по группам. Тут 3 синих, 3 зеленых, 3 желтых. Так, нам понадобится вот этого. 100 пудов. А также вот этого. 100 пудов. Надеюсь, ну вообще, то есть глупо мне сейчас будет не объявить первым же делом. Первым же ходом бонзай. Бонзай, да. Но для этого ты должен мне подыграть слегка. Должен войти в линию видимости. Я с удивлением только что обнаружил, что лидер не обязан, объявляющий бонзай, увидеть линию видимости. Да. Хорошо уметь читать по-английски. Еще, я тебе уже сегодня, вчера, по-моему, писал, от просмотра видео... Какие у меня остались воспоминания? С Фидей.
С Федей, да. Прям, ну, на самом деле, вот я сейчас понимаю, что вот эти YouTube просмотры записанных партий, они помогают тем людям, которые не имеют возможности, как когда-то американские дети, смотреть, как их другие играют. А мы можем посмотреть. Я про стейкинг не знал, что в ESL стейкинг соблюдается. Ну, в стартере, да. В полных-то там вообще он просто уменьшает темп и увеличивает стоимость движения. Обычно ESL, да. Стартере, ну, чтобы мозга не ебать, сделали, что вообще он нельзя нарушать. Он всегда стейкинг, да, соблюдается. Ну, вообще это правильно, потому что я, кстати, так как у меня все знакомство идет с этими играми практически в обратном порядке, в Combat Commander он то же самое сделал. Он сделал стриктых, а в некоторых сценариях, например, в батлпэках, особенно которые уличные бои, чем больше ты народу, он стал, сделал unlimited, и чем больше народу ты ставишь, тем выше, тем не... В общем, легче по ним стрелять. Падает мораль, тирейн-эффекты, модификаторы. Вот этого я не учел в моем гениальном японском плане. Я не посмотрел на количество твоих отделений. Ну ничего. Горстка... Да не такое уж и подавляющее численное превосходство, я бы сказал. Главное не дать американцам стрелять. Так, ну что, тоже тогда хипово расставлюсь. Давай, пойду, посмотрю твою расставку. Хипово. Вчера видели этот мем? Совбезом руководят советские евнухи. Сирийская война, это вообще круто, конечно. А мы же здесь смеялись по поводу того, что железный президент Медведев выиграл грузинскую войну. Да. Володь, ну как так-то? Ты все проебал за один год. Я тебя оставил. Страну, входящую в большую восьмерку. Я первый русский президент, который выиграл войну у иностранного государства. Я в Тбилиси не взял только из-за твоих истерик из Пекина. А ты что вообще творишь? Ты Киев взять не можешь. И меня этот вот, не видел эту картинку? Нет. Что, мол, когда в совбезе сидят эти? Советские евнухи. Да, советские евнухи. Сирийская война тянется 5-й год, конца и края не видно. Совбезом руководит стальной Димон, стремительное наступление в Сирии, десятки мертвых турок, начатые атаки в Ливии и Украине. Какие вам еще нужны доказательства? Президент Медведь, как мы его здесь называем. И я же при нем армию русскую реформировали, я вспомнил. Все это новые униформы, гаджеты, закупки вооружений, да. Да-да. Погуглил я, короче, про Геринга-то. Этот полк, с которым мы одновременно играли, вы играли, и мы играли. Это один и тот же полк. Просто коварный Геринг. Это зенитный полк называется. Зенитный полк Геринга. Геринг уже тогда задумал о том, о создании собственной армии. И в этом полку была стрелковая рота. Или стрелковый батальон целый, да, рота которого вот там вот и попал под раздачу. Но при этом вот он начинает в группе армии Юка, а у вас там дело происходит под Брянском, вот они их уже перебросили. И вот этот полк у нас, кстати, отличился. Мы вчера с Пашей играли, они там отбили какую-то кошмарную атаку. Элитка. Элитка, да, у вас? Она, элитка она, была. Восьмерочный мораль, немцы восьмерочный мораль, это круто, конечно. Ну там что-то вообще не помогал. Там ЕЛР 4 было, и они даже ЕЛРились, там какой-то был пиздец. Видел, да. С одной стороны. С другой стороны, видел в то же время. Там нельзя сказать, что было как там не везло Феде. Там броски первые. Я видел, как лидер встал и поднял два ММЦ. Поднимались они пиздец. Все они были
Inspiration World. Да. Я такой, обаны. Не, смотреть, конечно, одно удовольствие. Честно говоря, ой, сейчас состав такой участников, что завалить партию с точки зрения зрелищности очень тяжело. Как бы там ни складывались события, все равно интересно смотреть. А когда начались эти забиты, ну там реально мне хотелось несколько раз Феде крикнуть в экран, как надо бежать, раз уж ему прет. Он совсем забыл про Advancing Fire, там вот эта хижина на севере. И когда он подошел туда фишке, и она стояла, уже все хорошо стоит, вот можно было усилить ее натиск, увеличив шансы на Advancing Fire, то есть собрать фаер-группу вокруг, она бы удвоилась. И остальные бы не бежали бы впритык, да просто ну, появлялся бы шанс у него тогда на ну, задемить русских и просто войти в этот домик. Ну, Advancing Fire, в смысле, когда он с холма бежал сверху? Нет, значит, вот самый северный дом из двух гексагонов, который ты это я смотрю сейчас с твоей стороны, как ты сидел. Ага. И вот он подбегает. Ну, через холм. Через рожь. Через рожь. Ага. Подбегает и выдерживает страшный огонь. Да, резню ФР-4 там. Да, все, я вспомнил место. Ага. И вот он пытается как бы усилить эту штуку, но пытается войти в соприкосновение. А не надо было. Можно было бы понабить кучу народу во ржи в этой. И, ну и стрельнуть. Плюс два. Там дофига бы народу было. Потому что если бы он задымил, тогда бы вошел без этого. Так рукопашная с CX. Да, сразу, блядь, сдохли, блядь. Да. Без амбуша, конечно. Вот об этом, да, забывают то, что обязательно хочется, блин, войти в силе. Хотя бы один уже хорошо. Остальные могут Advancing. А у него же подчеркнутый, по-моему, Advancing Fire был, нет, не помнишь? Там фишки 4-6-8, по-моему. Да, 4-6-8 вряд ли подчеркнутый. Пятерочные, по-моему, минимум подчеркнутый. Да, ну да, подчеркивается, потому что подчеркивание обозначает преимущественное вооружение автоматическим оружием. Mm-hmm. Большую насыщенность. Мне вот что любопытно было бы поговорить с кем-нибудь, кто увлекается организацией. Ты понимаешь, что в абсолютное большинство отделений подразумевает наличие одного легкого пулемета по умолчанию? Да. То есть вот для всех советских считается, что твой Firepower образован в том числе, ну, то есть там девятью винтовками и одним пулеметом. Да, да. А вот эти дополнительные, они откуда берутся, интересно? Это приданные роте, наверное. Это первый вариант. Второй вариант, они отображают все время, ну, роте, как мне кажется, в роте не было организационных единиц, где были бы там, типа, группы, тяжелые обычные, средние. Знаешь, что может быть? Знаешь, что может быть? Когда идут потери, отделение сокращает число взводов, остается то же самое. Ну, грубо говоря, есть штатная численность, а есть, ну, сколько пулемет никто выкидывать не будет. Я думаю, они вот из-за этого. Ну, то есть, грубо говоря, батальон в этой игре, как правило, там в разгар боев, это не 600 человек, как по штату, а 300 все-таки. Но пулеметы никто не выкидывает. Я думаю, вот из-за этого все лишние пулеметы. А вот тяжелые, да, пулеметные роты были там уже на уровне 12 пулеметов каких-нибудь. Которые распределялись. Ну вот, опять-таки, я говорю, Fields of Fire, там легкие пулеметы можно взводам придавать. То есть, а откуда они берутся организационно? Я про это и спрашиваю. Вот я так понимаю, что они как раз это не те, которые в отделении. Те, которые в отделении. Да, а где они? Вот дальше смотри. Вот отделение в ходе боев. Батальон понес потери. У него 600 выступил человек в поход, у него осталось 400. То есть некоторые отделения оказались состоящими из 3 или 5 человек. Понятное дело, что их сольют, но пулеметы все равно будут всегда с собой тащить. Я думаю, вот это моделируется. Возможно. Или вот спрашивает человек. Товарищи, вопрос, возможно, банальный, но жетон ведущего сыщика выбирается на одного человека и с ним всю игру или передается по часовой стрелке каждый ход. Таких людей надо лишать родительских прав. Отбирать у них дисконтную карту магазина Hobby Games, а игру, вот эту древнюю ужас, сжигать на их же глазах. Потому что если он не способен прочесть, это простое правило. А что, сжигать? Нет. Передавать умным. Ну, хуже того, он, конечно, не стал читать. Значит, никто уж с этим не борется. Всем пофигу. Вначале такие вопросы вызывали возмущение, подписал
Ты пойди почитай. Да, да. А сейчас уже да пошел. Даже один лайк на 187 просмотров получил этот вопрос. Вау, на канале ProvarGames идет трансляция Advanced Squad Leader. Как такое пропустить? Вейлис Бридж. Это на улице? Что? Давай, давай, давай. Нет. Не знаю, просто песня. Нет? Ты, мне кажется, орут. Я вам попали в мотив. Ага, давай, давай. Вот говно? Нет, ковно. Ковно? Хорошее название. Лучше, чем Калмас. В ленту мем, где сравнивается девушка и Гимли сын Глорина. У девушки, скорее всего, нет топора. Гимли определенно есть топор. Девушка, двоюродная сестра, псевдомодель в Инстаграме, которая продает эфирные масла. Гимли же, сын Глорина, двоюродный брат Балин, владыка Мории. А у нее там псевдомодель. Дальше. У девушки неизменное мнение об эльфах. У Гимли сына Глорина, он развивается как личность и последовательно отбрасывает негативные стереотипы об этом. У девушки неуклюжие длинные конечности. У Гимли сына Глорина идеальные пропорции тела. У девушки нет бороды, хотя является женщиной. У Гимли сына Глорина потрясающая борода. И, наконец, девушка никогда не приходит в нужную минуту с непобедимой армией призраков. В то время как Гимли сын Глорина приходит в нужную минуту с непобедимой армией призраков. Лайк однозначно. На южный двоюродный брат Балин, владыка Мории. Это вам не это. Может, Ницше равно, да? Как же, блядь. Кстати, интересный жанр. Если мне вот так вот отделать нихера, если открыть круглосуточный канал, где я читаю ленту ВКонтакте, почему не обязательно свою и комментировать. Моя будет хорошая, а чью-нибудь чужую открывать. Так, сегодня мы почитаем ленту ВКонтакте, там, Ивушкина Максима. О, блядь, 150 групп, ну мудак. Ну, кстати, вот шансы, я так понимаю, набрать зрителей и поднять волну какую-то, как-то монетизировать, именно вот основано на негативных. Да, да, стопудово. Ты должен хуесосить, специально находить отстойных персонажей. Забыть. А мне этого не хочется. Ринхоз. Не хочется. Тянет к прекрасному. Так, что ты, блядь, тесновато. Что, прости? Как ты выразился? Тесновато тут-то. Ну так это так на первый ход. Потом они пойдут, растянутся в колонну, и все будет нормально. И начнется превозможение. Что хотел сделать, и главное зачем? I don't know.
Идея с второй карты по умолчанию реализована в City Fight. Надо проверить, может, и в Firefight. В City Fight там два комплекта карт. То есть мы сразу играем на двух картах, без всяких там вот ярких. И в конце каждого хода пытаемся чередой вопросов и ответов выяснить, кто кого видит. Об игре пишут как об одной из самых клаустрофобичных. То есть реально чувствуешь, как ты входишь в эти руины. Про каждому углу может быть враг. И на твоей карте, главное, никого нет. Ты один такой идешь. Мент, зачем тебе мне видеть? Тебе мне? Да. Дверь мне запили. Детская серия «Библиотека Лилипут. Скоро Гитлеру капут». Обалденно. Ну так что ли? Ну все, чисто на расслабоне, так сказать. Что-то мне подсказывает, что ты первый ходишь. Да. Так, возьму. Свой обеззараживающий пинцет, пропитанный зеленкой. Сейчас я проверю, я поставил сюда две фишки или три. Две мультимена и много и один паблишер. Микромена. Все в порядке, я соблю. Это река. Так это же за картой, там все open. А, я забыл. Точно, мы же с N играем, ты красными отметил. Да, запрещенный. Запрещенный, бесогонный. Запрещенка. Есть простые движения, так сказать. Раз, два. Угу. Три, четыре. Угу. Пять. Угу. Шесть, семь. Угу. Глубоко копают. Видите, соответственно, раз. Угу. Два, три, четыре, угу. Пять, шесть. Угу. Так, теперь туточки. Раз. Я после каждого твоего движения буду делать так. Ага. Так. Ну хорошо, продолжай. Два. Так, 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 ага, давай. Эй, подожди, подожди, подожди. Блин, извини, я не тут. Не ту букву записал, но пруф на видео. Я записывал и снимал. Ага. Три. Сейчас я так вот, сейчас ты догадаешься, где у меня засада. Четыре. Ничего не могу сказать. Двигайся дальше, если хочешь. Не хочу. Ну и ладно. Очень ты. Не очень-то и хотелось.
Так, кто тут у меня в реке, блядь? У меня даже, а? Как же я так... Раз, два. Ага. Три, четыре. Ага. Ну, так я, глядишь, еще придерживаюсь до шестого хода-то такими темпами, такими-то темпами. Внушает. Раз, два. Ага. Три, четыре. Пять, шесть. Подбираются прямо. Ничего не происходит. Прощупывают. Прощупывают. Прям близко подобрались. Прям я, все японцы затаили свое японское дыхание. Частым бреднем вычесывают. Чего пришли в нашу Азию, ептать? Вам же где-то не нравится. Оттуда, это наша... Мы тут сферу процветания желтых народов задумали. Процветать вместе будем. Раз, два. Так. Три, четыре. Так. Все. Потрачу два очка. О, блядь. Раз, два. Так. Три, четыре. Так. Пять, шесть. Нормально. Так. Тут помечать откуда беру. А, я помню, что это за хуйня. А это что за хуйня? Тогда этот идет раз, два, сюда, три, четыре. Сделаем один общий. Так. Туточки М3. М3. И туточки М2. А, вот этого, значит, и запустили туда. То есть, в принципе, можно еще по тропце пройти немножко. Да, прям они, мне кажется, это вот тут какие-нибудь, блядь, вот тут. Пиздец. Это какой-то патроник. Я прям загорелся этой идеей. Какой? Второй карты-то? Нет, здесь вообще никаких проблем. У меня дома лежит... Подожди. Ну, здесь спасите. Вообще лежит... Какая разница? Ю? Нет, это Н. А, Н? Спасифика, да. А сейчас они продаются? Пойду посмотрю отдельно. А, блин, СПИ начинается же наш этот европейский обычный да. карта. Да, ну вот это... МНО в этом, то есть до Пи еще три добавились, да, да, Пацифики. Да, да. А с Пи начинались всю жизнь. Пойду гляну, почем. Почем знаю? Да ну, Воробьев, Федор, пишет. Пишет, что-нибудь хорошее всегда. Так, что сюда пошло? А, на ММП зайти. Так, ММП. ММР, знаменитый издатель, конкурент CPI. Да. Шестую тебе буду? Да? Да. Так, придумал, как пойду. Я прям загорелся. Ну хотя бы для... А, для всех остальных у нас есть два комплекта. Да, три комплекта.
Два. У меня просто помимо того, что у меня все стартеры со своими картами, у меня есть просто пачка, которую я психанул и купил сразу, как только у меня был один. У меня есть пачка с... А, всех стартеров всех, карт. С P по Z, да, это. Но нужны только для этого. Для Пасифика. Пасифик Эген? Эген. Смотри, пустыни все продаются. Все, что ли? Не, хожу. А, еще. Не, я просто спросил, потому что думал, что ты меня уже ждешь. А, ну да, я же жду, чтобы походить. А, вдруг блин, ты будешь стрелять, там, хи открывать хип. Я так настолько уверился. Значит, раз, два. Как быстро-то, ага. 3-4. Так. 5-6. Сука, блядь. Засаду мою открыли. Он возвращается в предыдущий Бисагон. Там у меня снимается? Со всех, да, снимается. Можно стрелять. Угу. А что ты ему CX поставил? А я бежал с CX. Сейчас стрельну. Что же делать-то? Ну, по восьмой. Но с плюс два. А с плюс один все равно по джунглям, даже по супер джунглям. Ну, по супер джунглям плюс два, 10. Но... Да, то есть, на ассолт. Но на ассолт... Что-то мне подсказывает, да, что 10 многовато по восьмой. Многовато. Кину еще... Пока... Оно на ассолт будет действовать на второй выстрел? Да. Тогда кину по ним еще с плюс одином по четвертый. Ну, так, кубики эти проверили в сторону. Следующая пара. Так, окей. Открыли мою засаду-то, а? Изверги. Изверги, да. Я такую засаду задумал. Они ее открыли. Так засадить хотим. Засаду мою-то открыли всю. Раз, два. Да. 3-4. Да. 5-6. Смотри, что задумали. Могу сделать. А, и я, поскольку non-assault move, это, естественно, снимается тоже. Да, я могу сделать Final Protective Fire. Угу. По четвертой с плюс одином. А мораль у меня 7, небось. А плюс один не влияет, только бросок. Чистый бросок. То есть мне надо 7 и меньше кинуть. Так, эти кубики тоже проверили. Так, 11. Ну, казалось бы, что там ЕЛР у японцев? 4. Ага. Не ЕЛР, плюс 4, 11. Просто, так сказать, немножко напряглись. Ну да, ты отъехали. Все, Defensive Fire. Не будет? Нет. Отсюда там. Не-не-не, отсюда не будет. Не будет. Тогда Advancing Fire. Так, надо бы вот этих взбодрить. Поциков. Попробовать хотя бы. Значит, вот этот у меня даст 6. И эти еще дадут 12. Это 18. Угу. Плюс 1 за CX, плюс 2 за джунгли, минус... А, если я это уберу, то... Нет, тогда по 12. Угу. С нулем. Угу. Давай. 6, например. Это 2 МЦ. Так, это у меня третья пара кубиков пошла в ход. Так, с двумя МЦ уменьшились. Это тебе, кстати. Что тут? На расслабоне, ёпта.
В общем, да, с другой стороны, все-таки это не второе отделение, не третье по счету, убитое. Оно еще и не убитое. Да, попробуй по 6 плюс 3. Давай. Тоже с аиксинами, хуиксинами. Мимап. Столько уже проверено, блядь. 11, 10, 7, блядь. Ну, 7 нормально, это просто 2 МЦ, хорошее попадание. Так пин, как бы, и... 7, ну, хуй мара. Там нормально, вот, ёпты. Хуй там нормально. Так, Advancing Foyer закончился. Раута нету. Адвансы. Да, у тебя двое могут войти. Да, я тут буду делать некие адвансы. Так. Вот так. Так, а здесь я, типа, можно с этим чувачком помахаться, а то он будет мозга там ебать потом, да? Вот это уже... Нет, ну, зависит сейчас, он может и так-то мозга поебать, да? Мозга поебать. Так, ну зайду, наверное, вот этими всеми просто на шару, блядь. ЦЦ. Так, дальше адвансы. А, тогда этим. Сюда. Никого. Никого. Опять. I like it so much. Блять. Там может быть какой-нибудь челебос, блять. I like it so much. Ну ладно, по 6. Как назвал-то? О 6. Вот это и была моя ошибка. Я записал О 3. И только потом, когда ты вошел в О 3, фишку снял отсюда и записал О 3. Это Q, ёптать. А, вот почему я исправлял. А, ёптать. Я понял. Тут О с двух сторон, блядь. Ну, я такой, ПО. Ну, блядь, ну не видно. Я такой записываю О 3, потом тут входишь такой в О 3, я такой, блядь, как же так-то? Он уже у меня... Смешная история. Так, да, этим сюда, этим сюда. Ты сейчас я такой, а вот теперь... Когда я пропустил мимо. На тропу вышел. На тропу войны. Да. Так, ну что, ЦЦ? Да. Муха ЦЦ. Так, ты у нас бросай на засаду. Ты, значит, на... у ты меня начал. Минус один рейдер, плюс один за джангл, минус два за лидера. Минус два. Минус два, казалось. Четыре, ёпта. А у меня минус один за то, что я просто японец. Стелси, да, да. 5. Без засады. Вот это, был бы, да. Это был бы номер, блядь. Это значит, по-обычному деремся. Так. У меня там 11 очков против 2. 5 к 1, 4 к 1. Давай. Убил. Так, а я отвечаю 1 к 2, наверное, да? 1 к 3. Ты можешь, да, 1 к 3. Либо, короче, у меня вот так. Лидер с обычным чуваком и чувак с пулеметом. По чуваку с пулеметом меня устраивает только тройка при таких раскладах. Не сегодня. Ну вот, я почти все кубы проверил. Это вот результаты, смотри, какие. Найдешь мне бросок ниже четверки? Я его вижу. Я сейчас подумываю о том, чтобы вернуть этот кубик, семерку эту реабилитировать.
Квит на расслабоне. А то ж, ёптать. Ну, хотелось бы как-то не портить запись, чтобы расслабон продлился хотя бы там. Интрига, так сказать, сохранялась. Так, расставляю вопросики. А вот тут и так расстановлен. Тут расстановлен. А эти, их никто не вскрыл. И вот это, блядь! Морская пехота ползет под джунглям, под шквальным японским огнем. Да, блядь, ее. Их встречают засады. Три пидора, два гада. Засада. Как говорил мой японский дед, я твой японский дед. Да. Пойду я. А что пойду? Сначала релли у нас. Да, а это... Я, кстати, уже сейчас читаю «Банзай» фанзин, охуенный. Выпускаем. И там отличный совет. Если откуда-то берешь стек, ага, называть бесогон. Да. U6. Вот. U6. Ага, чтобы не забыть, куда ставить. И еще я там читаю, ну, а этот... Это остиновский клуб ASL. Ага. Штат Техас. Штат Техас. И чувак... который один из основателей этого клуба, он потом стал издателем Bounding Fire Productions. Uh-huh. Вот, и они там все пишут, блядь, Starter Kit — это лучшее, что случилось с ASL. Uh-huh. Это такой простой способ начать играть, вы узнаете все базовые правила, и потом вот эту всю хуйню типа снапшотов и камшотов вы просто добавляете. А вы уже все знаете, как двигаться, как стрелять. Просто Starter Kit — это... Да, круто, рулит. Starter Kit! Мешает. Не, ну, с одной стороны, мы имеем клуб из Техаса, из страны, где сделан был ASL, гигантское сообщество, тысячи, десятки тысяч игроков, пиндосов сраных, что они, блядь, в этом понимают. И издатели из third party, в да, том числе. Да, я, с другой стороны, имею мнение, блядь, ноунейма сумасшедшего. Кому прислушаетесь? Да. Кого? Choose your destiny. Да, да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это атас вообще. Как мы знаем, да, на Западе, за бугром, в Бужляндии, когда вы слышите что-нибудь подобное, блядь, бегите как от огня. Если есть возможность, вы превосходите этого человека, который что-нибудь подобное пизданул, мы вам совет, переебите. Ну, то есть, если можете прям убить, то сразу лучше прихлопните, блядь. Как известно, но мы-то с вами знаем, блядь, нахуй, блядь. Ты-то откуда знаешь, мудила? С одной стороны. А с другой стороны, блядь, можете не следовать моему совету. Прям слушайте его. Нам это выгодно. $120 Beyond Valor. $50 минимум. Самая дешевая сделка. Купить правила. Потом дождаться еще за 80 купить правила. Это прям нас это устраивает охуенно. То есть, блядь, если бы я вкидывал денег, как бы, в рекламу, то я бы, конечно, бы в зависимости от того, что есть в наличии, да. То это покупаете, то. Но если говорить честно, то. Короче, сами думайте, блядь. Кого слушать? Да, кого слушать. Да. Так, я хожу, значит, по мостику я могу бегать одной фишкой. Да. Но так как ты меня не видишь, ни хера, я могу сохранять консоль. Под вопросичком, да. Побежу. Они бегут на тот берег. 1-2. Угу. Пиздец. 3-4. Извини, пожалуйста, ты ждал что-то другого от меня? Скажи честно, блин. Они бегут на тот... Да нет. А иначе нахуя вообще этот берег рисовали? Да. Все правильно. Кстати, вот так вот и да, играйте. Пытайтесь использовать... Раз. Один же, наверное, может стоить. Да, так, да. Два, три, четыре. О. О. Один, два, три. Там даже три можно по тропинке войти. Три по тропинке войти. У Фунтика какая-то была песня про тропинку и про дорожку. С облаками, да, там что-то такое. Если долго-долго-долго, что-то там, да. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щеканом. Мы ее пели. Причем за щеканом, да, это был такой персонаж. Его друг. Друг Фунтика, карамелька за щеканом. Карамелько. Хохол. Так, идет ли стрим, идиот?
Что же никто не смотрит? Так, ну было их 7, осталось их 6. Один, два, три. Идем дальше. 4, 5. 4 вообще, что я там меряю? А, вот что-то, а лучше вот так пойти. Такой барабан. Так, вот с этим как быть? Как быть? Хорошо быть. Все вооружение, что ли? Раз, два, три. Побуду я, блядь, под джунглем с минометом, с примкнутым штыком бегать. Раз, два, три. Все. Так, а мост у нас это V6, да? Да. Ага. Так. А, да, и мне же, блядь, еще Defensive туда fire. Надо наломиться через мост. А моя задача поставить туда... Резидиал 12 на мост. Блин. Не, ну это туда вряд ли получится. Это для этого надо стоять рядом с ним. То есть в этом или в этом гексагоне. А я не хочу стоять в этом или в этом гексагоне. Поэтому я резидиал и в W7 устроить. Все. Defensive Fireface пропускаю. Advancing Fireface, я думаю, мы пропускаем смело. Route Face пропускаем. Advance Face. А вот тут мне надо слегка оптимизировать, так сказать. Так, это мы оставим. Вот это хорошее место, я к нему присматриваюсь. Теперь я понял, зачем американцам нужен миномет. Стрелять на тот берег. Берег, да. Причем миномет, я понимаю, херачит по джунглям самое то. Во-во. Во-во. Так, а пальмы эти сраные. Как орчеры, да, только всегда цветут. Как орчеры. То есть укрытие из них, как из говна, пуля. Будем называть вещи своими именами. Укрытие из них, как из говна, пуля. Как из говнища, пулища. Я, извини, YouTube проверил, идет ли the translation. На канале про Wargames. Идиот. Advanced Squad Leader PTO. Bailey's Bridge. На канале проваров наверните отваров. Так, вспомнить бы, какой из этих стаканов мой был. Я хуй знаю, что с этим делать. На самом деле надо заказать уже стаканы, блядь, с этим. И вины нет? Ну, стоят копейки те же самые. Ну, блядь, как это сделать, так, я хуй морская знаю. Морская раса. Ну, пока так, без выебонов. Сейчас мне надо пытаться запомнить, кто где стоит. Угу. Себя проверю. Угу.
интересности. По тематике? Теперь у нас московская компания. Да, 5 получается, да? Да, у нас 4-5-9. Все так. Это же у меня одна фишка пропала, что ли? Ну, одну убили. Нет. Да, еще одна. Угу. Раз, два, три, четыре. А, вспомнил. Кстати, опять. Забыл X2 написать. Ага. Ладно, там все будет видно. На этом. Да ладно. Так, еще раз. Раз, два. Да, вот теперь. Все верно. Да. Угу. Так, второй ход. Угу. Крипфайр ралли не будет. Так. Будет мувимент. Так, тропа-то у нас идет аж до У6. Вот это прямая, прям вот так вот. Прямая, как стрела, тропа в джунглях. Я тебя, блядь, запустил. По флангу, блядь. Нахуя? С другой стороны, да? Пусть будут. Будете еще играть в Space Empires 4X? Я, да. Будете. Когда-нибудь будем. Будем, конечно. Просто вопрос в том, что, ну, а что нам снимать? Да. Что-то недавно вспоминал. Но вообще напрямую зависит от, как бы, наше желание во что-то сыграть, от того, мы можем себе это позволить, от наличия игры в продаже. То есть там, как бы, я вообще, если ограничить мои игры только играми в продаже, или которые скоро выйдут, ну, чтобы совмещать приятное с полезным, так делать нефиг. То есть играть можно бесконечно. Один. А пас, ничего, там никого нету. Два. А мог бы, между прочим, написать на этой тропе. Имел право. Имел. А я вон как благородно-то поступил. Нет там никого в Т5. Теперь ты об этом точно знаешь. А вот тут... А ты куда собрался? Вот, я думаю. Два фокса я собираю. 3-4. Нет там никого. Сейчас проверю, конечно, но, по-моему, нету. Где же они все, блядь? Тут где? Ну, где? Здесь. Здесь ты еще не был. Вот здесь. Ну, в общем, тут... Кишат. Кишат. Колосятся. Так, и тебя это вообще не должно волновать. Ты переправляться думаешь или нет? Тебе приказ на тот берег. 6 очков, кстати, немного. А, ну один из них обязательно должен быть Гудордер... А, гудордер, ёпта. Пин считается гудордером, кстати. Да? Да, да. Бэт ордер это Броукен или Милей. Банзай. Ну, рано еще. Пока не могу. Это кто? Это вот ты переписывался с ним. Зарубежный некий. Бонжорно! Раз, два. A little bit too early for Banzai. Just second turn. Не, никого. Нету. 3-4. Никого. Обрушу на тебя ад. Так, здесь тогда раз, два. Из минометов ветками перебью. Три. Фу, блин. У меня потные руки и хочется выпить. Фу, блин. Я положу
на Реплейсинг, как ужинный блокад. Ну, продолжим наше низкопоклонство перед Западом. Ну что, вы уже начали? Закончили кампанию 2014 года? Да. Встретили Рождество 2015 года? Да. 2014 года. Вовсю. О, а что, Илюх, я там стабильно все на Западе, я смотрю. Assault move. Да, я даже на территории Франции не ступил. Как? Камбре сидит. Судан, Камбре. То есть ты как бы вызываешь меня на бой. А зачем? Нет. Assault move. Страхует. Досмотрю. Кинцо. Если бы ты пошел... Если ты пошел по спортивному, без assault move, весело насвистывая, с перспективой выхода на открытое пространство. Так, здесь будет assault move. Потому что ты всего на один гексагон хочешь пойти, я так понял. Да. Да, кстати, хороший совет. Всегда, если он надо пойти на один гексагон, просто говорите assault move. Кстати, этимология слова «assault» — это же французское слово, да, или явно заимствованное в английском, судя по написанию. В романских языках. Да, «дассо». Шар «дассо», мне кажется, какой-нибудь должен быть. Так, ну что тут? В принципе, ломиться-то особо... Смысла нет. Два хода подражались. Нужно 7. А, мне отсюда нужно подтянуть, да, вот этих. Ну, мне нужно, значит, раз, два. Ага. Три. Угу. Четыре. Угу. А, я туда на Атлантике просто войду. А тут... Да. А, нет, мне нужно сразу туда заходить. 5-6. Угу. Так, сейчас там приведу эти. Век. Серьезности, воистину. Так, а этот поц. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тогда его можно под CX нарулить. И вот этот, да, останется. И вот эти два задних. Три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, ну одним, наверное, можно и приколоться. Вот так, например. Значит, раз, два, три, четыре. Подожди. Ага, стреляю. Т4. Так, по восьмой. По восьмой с плюсом один. Угу. Результат генетического отбора долгих месяцев. Ну, 7-1 МЦ. Пин. Так, и четверку туда, да? Угу.
Так, CX-то у нас остался. Четверка. Сюда. First Fire. Сюда. Так, ну имеет смысл тогда. У меня другого лучшего случая не представится. Defensive Fire по четвертой, туда же с плюс один. Угу. Восемь. Много. Угу. Хорошие кубы нашел. Попал. Так, значит, вот она дорожка перекрыта, да? Огнем. Да все уж прошли, кому надо. Так, ну ладно, об этих я тогда подумаю чуть позже. А хочу вот здесь походить. Ну, я его. Угу. Ну тупо раз, два, угу. Три, четыре, угу. Пять, шесть. Угу. Ну согласен, достаточно тупо. Так, а тут очки. Точки будем срезать. Раз, два, угу. Три, четыре. Так, и один лишний вопросик к сыну. И вот эти, значит, челики. Можно, в принципе, сбегать. Так, а чё там бамбук-то, блядь, там вообще пизда рулевый или... Ну, я играю в... Если я, например, такой сейчас всеми наломлюсь, туда мясо, кровь, кишки, ягуар. Например. Вообще отличная идея, я считаю. Я считаю. Плюс один ТМ, хуем. All Infantry, хуем. Да, и просто, что в нем тоже бывает амбуш, атакер плюс один. Так, здесь у меня уже, наверное, фулл стек. Да нет, в принципе, мне кажется, время еще есть. Пойду аккуратненько. Раз, два, три, четыре. Угу. Раз, два, три, четыре. Угу. Defensive Fire. Ну давай проведем перед Банзаем Defensive Fire. И ломятся, и ломятся. Сюда по 12-й с плюс 2. Хова! О! 5 по 12-й. А по 12-й, потому что ты его умножил и ополовинил. Уи! Два моральных чека. Передовое полуотделение разведки. Поломало си. Нахуй. Все, на этом можно. Алло, здравствуйте. Алло. Сейчас пойдем. Ну, попробуйте. А что сказать-то ей? Хорошо, передам за... Ой, вечером сегодня. Ага, спасибо. Так. Advancing Fire. Да, снимаем.
Так, ну, за Пининым, что ли, стрельнуть? Шестая пополам, вторая. Вторая плюс два. Плюс два за CX, что ли? Плюс один за CX, плюс один за Бамбл. Угу. Нет. Этих что-то вскрывать не ходца. Да, эти там проварвары. Проварвары? Advancing Fire закончился, раут. А, так, ну у этого чувака вариантов-то нету. У него только сюда. Все. Так, новый ход настает. Адвансы. А, да, точно. Так, блять, и тут, значит, вот эта толпень вскрылась жесткая. Ну, я поделюсь своими размышлениями, вполне со зрителями. Возможно, они неправильны. Идея в чем? Потому что я могу просрать всех японцев до одного. И вопрос лишь сводится к тому, сколько... Ну, то есть, прям вот, главная задача это, не, чтобы не убили там, или что-то еще удержать. Чтобы не было 6 американцев. Мне бы, конечно, хотелось скрыть их попозже. Видели, там был момент, когда мне бы хотелось, чтобы эта штука где-то здесь осталась. Но потом, когда я понял, что Дима может сделать такой адванс, что, ну, в общем, опасная возникла ситуация, я понял, что надо сейчас скрываться. Угу. То есть, покупает мне время еще как минимум один ход, ну, хотя, ну, там, не знаю, в общем, как бы, я так же, как и как бы, все мы учусь. Так, ну, адвансы. Значит, этот сюда. Препод Fire. Вот тебе еще новое слово придумал, клевое. Преподфайер. Этот сюда. Эти чуханцы. Делать нехуя сюда. Так, здесь очки. Этот запиненный. Уи. Вот они такие, типа, банзай, да, вот этот чувак может помочь, блядь. Настучать может. Да, я видел. Они тут, а! По-японски громко крикнуть. Так. Так. И, в принципе, он может настучать на этого, и они такие бегут, блядь. Стреляют. На ходу. Да. Так, поскольку он консилит, привет, его поднес. Не, мы сами сходим. Спасибо, Глеб. Это очень мило. Ага, спасибо. Сюда. Вот какой Глеб. Видишь, ответственный. Так. Взять ли нам что-нибудь пообедать? Mm-hmm. А мы через час уже так пойдем сами. На расслабление. Партию, да, к этому времени. Мы быстро выходим. Вот такие вот адвансы. И начинается джапенский ход. Really? Снимаю ДМ. Mm-hmm. А он тоже CX? Это интересно. ДМ? Да. Нет, ДМ снимается, X пин не снимает. Вот тут пин. Ну вот надо снять, его. Кстати. Сверху, сверху да, да. Сейчас я просто поставлю. Я просто учусь. Это не подъем у тебя, как бы, чтобы вот. Да, да. Сто пудов. Этот не под консилментом. Сейчас я открою бешеный. Бешеный препфайр с того берега, потому что все равно там делать больше нечего. С одной стороны. С другой стороны, если я повременю, я заставлю американцев ополовиниваться в попытке сделать какой-нибудь там препфайр. И смотрите, как интересно. CX доживет до конца, до следующей фазы движения. Да. Правда, солдат там очень много. Да, под CX только один. То есть просто там один под консилментом, один под CX, и я не знаю, в каком порядке их правильно. Ну, поэтому решил. Нормально. Ага. Нормально, нормально. Так вот, дрели мы тогда
Сейчас можно всякое оружие передавать, но я этим не буду заниматься. Препфайр, сейчас мне надо решить. У меня будет половиница огонь. И так, в общем-то, хлипкий японский огонь. С одной стороны. С другой стороны, ну и что? У меня там много пулеметов. Можно объявить гигантскую эту группу. И удачное попадание с одного броска. Ну, в общем, мой принцип такой. Есть препфайр, тогда и стреляй смело. Так. Если хлеб в доме есть, значит, есть что поесть. Да, препфайр объявим. Препфайр прям я люблю. Можно много народу. Я большие колонки люблю. Значит, от Седова все стрелять будут. Минометы всякие. Но минометы не в качестве группы. Они потом стрельнут. Угу. Стрельнет отделение с пулеметом. Это сила 6. Ну, да, куда? Потом поделим пополам. В консилмент. А, в этот, ага. Потому что этих я взбодрю, просто пройдя мимо них. Значит, отсюда стрельнет. Отделение с пулеметом. Это еще 6. Смотрите, уже 6-я колонка. И супер тяжелый пулемет, только он. Я теперь знаю, насмотревшись кучу партий, что если управляет им half squad, то только одно оружие используется. И пока что все четные числа. 6, 6 и 4. А отсюда минометик будет стрелять туда же. Ну, кстати, было бы интересно мне вот что сделать сейчас. Это начать огонь из минометов. Имею право ведь. Сюда попытаюсь. Угу. Это что мне даст возможность? Если я случайно удачно, по ошибке случайно удачно выкину, а при попадании там какая бы маленькая колонка ни была, он же без модификаторов, даже с лучшими. Это может теоретически снять консилмент. Чтобы попасть, надо выкинуть 7. Да, плюс 1 за местность. Плюс 1 за местность, это если попадешь, будет минус 1 airburst в 2 kill, а сейчас плюс 2 за консилмент просто. Точно. Значит, надо выкинуть. 7. Плюс не попал, 2, но зато поставил rate of fire, вы будете смеяться. Да. И поставил этот, как его? Пристрелочку. Пристрелочку. Так, он там красивую. Буква А у него. А, есть буква есть? А? Наверняка. Вот, А. Молча японский. Какая разница? И Эрия. Это Эрия? Да. Это Эрия? Да. А миномет всегда Эрия. Всегда Эрия. А, вот видите. Так, второй выстрел туда же. Попал. Да. И сохранил rate of fire. Да. Это для тех, кто... А, да, еще надо... Еще что-нибудь. Не снимается. Да. Так, у меня 50 миллиметров. Это шестая, что ли, правда? Ёпта, да, пополам. Вот я тоже хотел это сказать. Пополам? Что пополам? Вторая. Ну, Area Fire всегда пополам. А, понял. Вторая, но без модификаторов. Минус один за Airburst. Круто! Два. Casualty Reduction и... 1 МЦ остатки. Так, круто! Значит. Бля, я этого народа нагнал. Нужен третий кубик какой-нибудь цветной. Я тебе, я не рискнул бы кидать что-нибудь. А у нас такого в таком есть, формата? Есть, есть. Ну, тут есть там, тут, по-моему, да. Они все кругленькие. Ну, не важно. Не важно? Здесь вообще разноцветные. Вот, да. Ну, лидер белый. Белый, желтый, красный сверху, можно? Да, да, белый, желтый, красный. Так, я их тогда сейчас в этом же порядке рассортирую. О, а давай достанем, блин, давай достанем из Beyond Valor, потом положим. Давай. Фирменные. У нас будут специальные цветные кубики. А ты помнишь, какая там последовательность цветов? Там или фиолетовый, или черный еще есть? Ну, черный сюда нижний. Можно черный брать. От самого светлого, ага, к самому темному. Белый, наверное, белый можно доставать, да? Да. И красный можно доставать. Угу. Так. Ну вот. Вот, верхнего дубля нету. Это средняя фишка Casualty Reduction.
Casualty Reduction. Не скрою, приятно. Это всегда приятно. Casualty Reduction, это потом она еще будет МЦ проходить, то есть просто ее... Эквивалент. Эквивалент. То есть, да, уполовиненный. Честно говоря, когда шла дискуссия, минометы, вот такое оружие, оно сделано традиционно, когда сейчас пошли отзывы по поводу того, какие эффективные минометы в Last 100 Yards, мой опыт говорит о том, что миномет, он правда может бесить своей бесполезностью. Но потом три выстрела подряд, да. Так, консилмент уже снимается. Да, и жесткие прям получились. Нашлись кубики хорошие. Лидер прошел. Вторая фишка прошла. И третья фишка прошла. Кубики хорошие нашлись. А я продолжаю минометные обстрелы, но у меня в это время... Фёдор меня запугал попыткой, блядь, отменить удачный бросок тем, что ты не да, перевернул. Да, я просто кидаю второй раз, то есть я просто кидаю второй раз подряд, ну, потом и потом перевернул. Ну, да. Я такой, нихуя себе, жёстко-то как. 9 минус 2 и плюс 2, да? Да, попал, 7, но без рофа. А, плюс 2 был по консилменту, а сейчас уже нет. Да, попал, уже нет. Но без рофа. Но сейчас в этот раз по 6 без с модификатором. Нет, все еще по 2. Но Area Fire всегда сила половинится. А, но уже с модификатором. Минус 1, все то же самое. Понял. 5. Normal check. Угу. Так, лидер. Вторая фишка. Минус 2, 6, третья фишка. Ну вот лидер, да, вот так должен работать девяточный лидер. Сначала проходить. Если у вас что-то не так, то это значит у вас все плохо. Лидер девяточный. Я вот кучу своих планов, вот я играл с Тохой, штурмовал. Ну и девяточный лидер с двойкой, там с единичкой ведет восьмерочные фишки. Я рассчитывал на то, что он пройдет. И, конечно, но он не проходит. Так, теперь тогда логично было бы продолжить туда огонь еще из минометчика. Попасть уже стало легче, но я другую могу пристрелку поставить, правильно? Да, но сначала кинуть, потому что он сейчас может... Не попасть. Сломаться, блядь. А, да, у меня unqualified use, между прочим. Нет. Попал с рофом, блядь. И что там, С? Да. Давай Б. Если Б найдешь, то я возьму миномет Б. Вот С нашел. Хорошо. Так, стреляю по шестой с минус один. Второй. А, по второй, да, пополам. Эрифер пополам. Попал. Опять casualty reduction и эта хуйня. Все видели? Так, у всех casualty reduction. Лидер на рану. Ранен. Так, эти сдохли, а эти стали вместо них. Так, теперь один МЦ. Лидер 9 не прошел, потому что стал 8. Угу. Отделение прошло. Продолжаю минометный обстрел. Так. Сломали нахуй. Ну, оно того стоило, скажу честно. Да. О, тут много всего написано. Так, и вот теперь перед нами стоит вопрос. Куда стрелять? Нет, вопрос такой уже не стоит. Так, С можно снять. Значит. Ну что ж такое-то? Да, Александр Сергеевич, здрасте. Ага. Ага. Да, во сколько вы хотели подъехать? Ну, сейчас я, к сожалению, ближайшие там несколько часов буду занят. Вот я бы с удовольствием там во второй половине дня вас увидел. Вдруг вы будете здесь вечером. Прям бы рад был бы видеть, прям бы, да. Но вот сейчас прям... Ну, к сожалению, вот не могу прям уделить вам внимание. Ага. Не, завтра у меня воскресенье с семьей.
Да. Приезжайте ко мне в будни, как обычно. Ну, прям вот реально там, вот сейчас прям очень занят. Прошу прощения. Это редко бывает. Ну, давайте. Ага, 2-0. Все, договор... Александр Сергеевич, прям сейчас занят уже. Все, 2-0-8. 2-0... Все. Ага, ага. А что он тут починить что-то? Тут ему можно список составлять. Я, во-первых, хочу, чтобы он там одну надо... систему ножек стола. Во-вторых, хочу растяжку эту сделать. Ну, если, потому что если будет стационарная система, вот, наверное, вот здесь, да, имеет смысл, потому что если красиво оформить вот эту стену для наших всяких гавайских вечеров в стиле, стрип-вечеров, да. В общем, там, не, ну, у него там какие-то свои дела, я хотел с ним поболтать, так, все, стреляю, миномет сломал, стреляю, значит, пулемет 2,4,6. И отсюда такая же комбинация 2,4,6. Ага. Это 12. И 4 тяжелый пулемет. Это отличная колонка 16. Так. И 16 ебашу. Эники, беники. Там по отделению осталось. А, 16. Ну, здесь CX. Соответственно, результат будет кому-то 16, да? А кому-то 8, да. Тогда вот сюда все-таки. 8. Так, ну... Плюс. Плюс один за легкие джунгли, 9. Пентаск чек, то, что нужно. А этим по 16-й 9. Значит, по 16-й 9 это 1 МЦ, ага. А тем пентаск чек. Ага. Сначала 1 МЦ. Прошел. Пентаск чек. Прошел. Ага. Ну все. Снял. Ставим консимент. Возвращаю ДМ. Жестко, блять. Ставлю. Оружие, конечно. Так, слушай, а после поломки, наверное, надо снять эту... Я снял, да. Угу, пристрелку, да? Угу. Эквизишн. Точно. Фу, хорошо, пошла вторая. Movement Phase. Movement Phase. Ну, давайте почитаем фазу. С одной стороны фазу бонзай, с другой стороны нахуй надо. Так все хорошо складывается. Ну да, все-таки я объявлю бонзай, потому что это ужасно интересно. На второй ход бонзай. Да, да. А цель я сейчас должен как-то обозначить. Да. Да? Ну, единственная фишка, да, вообще, которая видит у меня, это пехота. Да. 8 movement factor. Смотрите, как удобно сделано. Movement факторов, пин на них не работает. У них есть Hobbs, Hop NA. Что такое Hop NA? Hit of battle non available. Это для, ну, фишка из ASL. Из ASL. Так, погнали. Я все правильно сделал. Во время этого... Да. Теперь я хожу импульсами. Начинать могу с любой фишки. Да. А это... Но фишка, входящая сюда, становится жертвой... Triple Point Blank Fire. Вот. Fire обязан вести. Значит, угу, это получается, что у нас? 15 плюс... Вот так можно сделать. Плюс 15, 30. Угу. Плюс 1 за CX, плюс 2 за Jungle. Минус 1 за Non-Assault Move. По 30 минус 2. Ой, плюс 2. Давай. 8 плюс 2, десяточка. 2 Казалось МЦ. Бы, 2 МЦ, но у меня мораль сейчас 8. Да. От, сука, чуть-чуть. Так, это вот это. Покоцали, да, японцев. И сейчас думаю, может быть, еще раз стрельнуть. А чем это чревато? Колонка будет похуже? Колонка будет, да, в 2 раза хуже. Это будет, соответственно, уже... умножить на 3, а потом пополам. То есть 30 пополам 15, это будет 12. С теми же, с плюсом 3. Ну, эти еще там, да, побегут. Ну, да. 12 с плюсом 3. 8. Это еще один МЦ. Ну, здесь-то, бля,
Семерка по-прежнему. Восьмерка у них по-прежнему. Нормас. Да, прошли. Все, пока. Так, это я обязан теперь всеми фишками походить, которые да. делают бонзай. Я имею право сюда пойти этими, вообще-то. Я не обязан по кратчайшему. Не об... К цели? Сейчас позырим. Мне кажется, обязан. Да? О, блин, я почему-то решил. Ну ладно, ничего страшного, зато научимся. Сейчас проверим. Так, бонзай. Ну вот. А, и более того, ты должен был сразу всеми фишками походить, а потом я только стреляю. Это же импульсное движение, да, не по одной фишке. Исправим. Have move one hex, да. Максимум, да, Banzai charge continue with new impulse. Хуё-моё. Must enter target hex, unless another occupy hex. Must move closer in hexes to target hex. То есть я обязан сюда да. пойти и закончить здесь практически да. движение. Да. Вот это мой первый был импульс. Да, и то есть я теперь как бы всеми стреляю. Но этими, понятно, два раза пострелял. В принципе, ага. имею право стрелять еще. Поскольку ты потратил все очки движения, а все очки движения это 6. А почему я все два потратил и теми, кто вошел? Все фишки тратят по максимальной. А, ты даже понял. 8 потратил, да. Ага, ну ладно. Ты потратил 8. Так, ну что, блядь? По 12 плюс 3, третий раз стреляю в свой гексагон. А ничего там, мораль там не будет проверяться у тебя? Будет, одновременно проверка морали. О, кидай, конечно. 7 плюс 3. Прошел 10. Проверку морали, по 12 это... Пинтаск, но четвертый раз стреляю. 6 плюс 3, 9. Нормал, морал, чек. О. Зараза, три раза. Ослабляем, да, до половинки? Да, до половинки. Да. Читайте правила, вот какой урок можно из этого извлечь. Выдал я желаемое за действительное. А вот тут есть. Ага. Так, ну мне кажется, блядь, 10 к 2-то подеремся, а лучше уже тут судьбу не испытывать, а пострелять вот здесь. А давай. Первый выстрел по 10 с нулем. По 8 с нулем. Давай. 6 по 8. 1 МЦ. Прошли. Второй выстрел. Ими же по 4 с нулем. Угу. 7. Пинтаск чек могут не проходить. Так, испытывать судьбу что-то не ходится. И я что-то решил не ставить как резидио, или давайте спидатизма поставим, пускай это будет привычка, станет второй натурой. Наверное, так, да, можно? Так, ну ладно, дефенси, ну, во время движения закончил стрельбу. Все, я движение закончил, к сожалению, моему глубокому. Так, а цель бонзая не обозначается никак? Ну да, можно просто любым маркером, ага. Ничего страшного, да. А, эти еще, кстати, CX стали за бамбук. Нет. Если бы они были жертвой Defensive Fire, стали бы. Нет, там после Defensive Fire, мне кажется, CX. Но... Не именно жертвой, а просто тяжело входить в бамбук, что пока они входят... Ну, по ним должен быть Defensive Fire быть. Сейчас. After all Defensive Fire. Ну, то есть просто по окончании всего Defensive Fire они помечаются пином, потому что пин еще иммунные, ФМО да. Да, действует. То есть эти стали еще под CX-ом. Но пин на них не срабатывает, да, из-за бонзая. Да, да.
Надо, кстати, посмотреть. Ебаный бамбук, может быть, у него есть исключение. Посмотри, посмотри. Я вот сейчас только что вспомнил, что они сейчас ассолт могут сделать. Адванс, то есть, да. Так, банзай. Потно, да? Да. На расслабоне. Все равно потно, но на расслабоне удается нам. Несмотря на какие-то кошмарные совершенно события. Рандом рулит. Рандом. Ну, в общем, да. Как говорил Александр Васильевич Суворов, везение, помилуй бог, когда-нибудь и умение. Да. Ща. Хевнут, хуё-моё, чардж, сделанный... Это Дима Банзай! О, точно. Exempt from pin, unless entering bamboo or collapsing hard. Ах ты ж, ёбанка худая. Утонули в бамбуки. Это очень хорошо. Так, теперь defensive fire. А японские лидеры не отменяют пин? Нет. Жаль! То есть бамбук, он, да, он такой, типа. Так, defensive fire. Да. Да, блядь, лидер жалко сломался. Я на него рассчитывал. Ну, буду стрелять из пулемета по высокой. Блядь, тут, конечно, миномет, сука, стрёмный. Угу. А там-то чё, блядь? Пулеметы, отделение с легким пулеметом и тяжелый пулемет. Наверное, все-таки по миномету. Почему это плюс один? Давай. Так, ну хороший американский не ломается. Ага. Здесь тоже буду стрелять. Туда же. Вот здесь. Не, вот эти, да, эти пометим. Ага. Снимаю консилмент. Значит, вот эти собирают миномет, пока не стреляют. Это можно сделать на дефенсив. Да. А будет стрелять отделение с пулеметом, рейндж 5, 1, 2, 3, 4, 5. Угу. Соответственно, плюс 1. А, надо посмотреть, цепляет ли пальму. Нет. Думаешь, нет? Нет, 100% не цепляет. Угу. Так, соберешь своих. Угу. Тогда получается по 8 с нулем, плюс 1 за... Бамбук, минус один за лидера. Ага. Отделение с пулеметом. Страшно. Восьмой с нулем. 1МЦ. Проверяюсь. У меня там две фишки. Сначала за отделение нормас, потом за минометчиков. Я долго искал эту пару кубов. Так, ров не сохранился. Интересно, какое кино. СЦ. Defensive fire закончен. Ага. Advancing fire. Так, уберем тогда все, что касаемо других фаз. Так, Италия вступает в войну. Бандзари фишки могут стрелять advancing fire? Могут, 100 пудов. Ну, тогда по 8-й. В соседний гексагон. Не, подожди, у меня там два раза пополам. Два раза пополам, да. Но один раз удвоиться надо все равно. Да. По четвертый. По четвертый. С плюс два. С плюс два, но минус один за лидера. А-а-а. По четвертой. Все равно стрельну. А, и плюс один за CX, плюс три. А плюс два тогда за что? За Heavy Jungle. А это он же в середине, он окружен всеми джанглами и бамбуками. Ага, понял. Тогда плюс 2 по четвертой. Плюс 3. Плюс 2 за джангл, плюс 1 за CX. Но минус 1 за лидера. Да. Плюс 2 по четвертой, потому что 8 умножить на 2 это 16, но поделить на 4. Угу. Не попал. Угу. И здесь я стрельну. Ну, здесь по 8-й. Ну, пополам за advancing fire. Точно. Все время забываем. И плюс 2. Нет, плюс 1 за джангл, да. 8 плюс 1, 9. По 8 это пин, таск, чек. Это важно. По 4. Ах, черт, по 4. Все.
Все, тогда закончили Advancing Fire и снимаем оранжевые фишечки. У меня раут есть. Я, интересно, могу сюда убежать-то? У меня что по... А, у меня там все сдохло, поэтому по стекингу у меня там стало нормально. В чем, так сказать, твое сомнение? Ну, я боялся, что там оверстек. А там уже убили всех, и оверстека нет. А, хотя там и так три может, да, это же легкий джангл. Джангл. А, теперь я понял, почему ты миномет стрелял. С его минус 2 он практически грань. Ну, с высокой степени. Ну, он там заебет их, да. Он их там задрочит. В этом джангле ебаном. Все, на этом Advancing Fire закончился, и мы начинаем. Адванс. Так. На тропу. Можно, можно же так сделать? Конечно. Все, ЦЦ ставим. ЦЦ. Муха ЦЦ. Ну, я прям про бамбук зато все узнал. Да. Я тысячу лет мог бы читать, да, пока один раз не сделаешь. Че, где сначала? Пыздимся. Здесь. Давай. Значит, на амбуш у тебя плюс один за лакс, угу. Плюс один за адванс в джангл, угу. Минус один за стелси, угу. У меня ноль. То есть у тебя плюс один, у меня ноль. Четыре плюс один, пять. Сучка. Ага. Хороший буш. У тебя 1-2 устраивает, да? На три, разница 3 должна быть. Ага. Но вот теперь у меня хоть и один к двум, я так понимаю, а так. Но по мухе ЦЦ, да. А Бонзай еще какие преимущества дает? Ну, а наоборот. МЛ плюс один. Мораль. Морал леви. Один к двум, но шестерка. Ну-ка давайте, волшебные кубики, нет. Так, а у меня один к одному. Угу. Сука. Отлично. В принципе, для меня это... устраивает. Бонсай можно снять. Ага. В принципе, меня это устраивает, потому что это ебли с переплясом, mm-hmm. причем в гексагоне перед мостом. Mm-hmm. Не, ну, конечно, лучше было бы убить, но один, вот видите... Ну, я бы мог убить один, да, к одному. Да, и мы продемонстрировали вам, что японцы, вот они страшные, и вот это все рукопашные, но огневая мощь американцев их спасает. Mm-hmm. То есть соотношение хорошее. Набрать японцами одной фишкой нереально. Здесь у нас... Здесь без амбуша, поскольку во время фазы движения заходил. Просто хорошо. Боль. Но у меня из-за бонзая ебаного опять рукопашная. Да, работает, да. Ну, давай традиционно выберем тогда. Ага. Ты разбери тогда... А что у меня там? 2-5 лучшее соотношение, я так понимаю. Да. Они у тебя абсолютно одинаковые? Ну, один только с CX, один без. Ну, я без CX, наверное, атакую. Ага. Все равно ведь какая разница, да. Я без CX, того, кто... Да мне... Твой ответ это никак не повлияет. Так, один к четырем. Я попадаю, тем не менее, на пятерку. Да, вот это когда единичка выпала, да. Мимо. А у тебя что? 2-1. Убили. Да, вот, вот тебе японский рукопашный. Но выглядит логично. Жестко, блядь. И снимаем пинок. Хоба. Ты выкинул 6. Да. А, у тебя же это hand-to-hand combat, да. И у японцев минус 1. Хорошо, 5. Ты сказал, casual reduction есть, да. Я забыл. Прикольно. Приятно. Пустячок, а приятно. Так, мы снимаем пин и бонзай, что ли, получается? А если бил CX, его убил бы нахуй. А против них минус 1? Минус 1. А, я и не знал. Ну, зато научился раз и навсегда. Так. Да, пины снимаются. Кстати, вот если ты мне этого не сказал, мы бы так и играли с тобой партии за партией, пока ты однажды не ебнул. Да. Но это, ну, было... у нас же на расслабоне. На расслабоне, да, и, конечно, это лучший способ научиться. Пины снимай. Бонзай, наверное, тоже снимается. Да, да, да. Так, ну ладно. Осталось
получается не так много фишек. Вот самое опасное на том берегу Луны, блядь. Так, блин. Ролли, фаза. А, третий ход. Да, или мне тут надо починить кое-что. Да, ну давай по порядку. Ну, в порядке помощи игрока, так сказать. Помощь игрока, это provisional reinforcements. Не в этом смысле, то, что я первый все свои ралли. Лидер пытается подняться. 6, наверное, много. Плюс 4, 10. Минус 1, да. Просто снял ДМ. Ну, пытается халявщик тогда подняться. First MMC self rally тоже с плюс 4. Нет. Ой, я снял только не ДМ, а ваунт. Надо снять ДМ. Теперь, да, мне чинить нечего. Теперь твои. А мне есть что, как чинить-то? Просто кинуть. Один починил, 6 сломал до конца. В серединке ничего. В серединке хвостик. О! Минометик сломался. Ну он, блядь, наколотил там. Хотя, это не наверное, он, вот это да. Припфайр, да? Да. Будет припфайр. Еще бы. Стреляю из миномета. Угу. Вот сюда. Ага. Блять, без рофа, но попал. Давай буковку найдем нужную. Д. Зеленая. Роф, ну-ка давай 4. Сука, 3. Так, Д. Минус 1. 60-миллиметровый миномет. По 4 минус 1 стреляет. Восьмая попала. Да. Фух. Ну не сломался хоть, блядь. Да. Сука, блядь. Радуешься какой-то хуйне. АСЛ учит ценить мелочи. Теперь туда же, блядь. Отделение плюс пулемет плюс лидер в этот раз. По восьмой с нулем. Нет. Ни рофа, ни хуёфа, блядь. Я буду благородным и не буду делать так. Yes! Да. Ну, то каждый ход. На самом деле, я, ну да, три хода. Третий ход начался, а еще 4 движения. Ну тут да, этих бы, блядь, зачистить. И будет так. Пин, кстати, тоже можно снять. Зачистить, блядь. Но бамбук и хуёвый укрытие, насколько я помню, да? Плюс один, нормальное. Ух, ёпта. А японские отделения просто сгруппированы с лидером. Они... Плюс один к парам. То есть либо банзай, либо плюс два. Либо не атаковать, не типа там... Не откуда отличная не партия. Чем бы что ни кончилось, мы бы отлично провели время. Но уже удалось, ну чем хорошо. Я столько всего ты узнал. Ну да, то если бы я там опять накидывал эту, блядь, хуйню меньше 7, я все сдохло бы, то что бы там, блядь, играть. А тут сейчас, да, когда все сдохли, ну мне с минометом охуенно повезло. Три выстрела, причем Кубис не просто попадал. Да, две тройки с минус один. С другой стороны, ну тогда, ну такая партия интересная, когда сыпется и в ту, и в другую сторону. Потому что, казалось бы, тройка, ну один, casualty reduction. А потом все прошли, да. Мораль, лидер. Да, вот. Потом casualty reduction. Да, трипл, вот это был вообще кошмар, да. Три четверки, да, тройной дубль, блин. Ну, я буду стрелять по четвертой, с плюс один туда же, делать нехуя. А как это? Ну, вот этот пулемет теперь. А, фу, это. А я его не сломал? Там полуотделение выжило и прошло. А, вот они, те самые, да. Нет. Вспомнил я. Вот они, да? Это одни из тех, кто прошел. Угу. Да. Ну, последний, собственно. Сюда надо прошли. Это не по-американски, я понимаю. Не. Все, закончено. Начинается движение. Движ. Движуха. Так, эти, блядь. Там 8 солдатиков. Ебанутся. Так, мост вот этот. Японский это. Островок, да. И более того, войти в него можно только вот отсюда. 100%. Вот это вот все так чисто, блядь, по стрелушке.
Хорошо сделаны карты, интересно. Ну, ладно, по стрелушке. Так, по стрелушке. Значит, раз, два, три, четыре. Идем сюда. Ну вот это же местность, наверное, действует здесь. Это и река непроходимая, и вот эта хуйня. Да, хуйня заблокирует глаз. Да. Я также это воспринял именно как. Так, тут надо, блядь. А, эти могут мимо, когда мимо них бежишь, они могут, в принципе, ты и пострелять. Ничего с удвоенной ничего. Силой. Обниму их с неистовой силою. Могут. Могут резидуал файер поставить. Наверное, тут даже от греха, блять, побежим по далекой траектории. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А здесь будет assault move. Вот. А мы будем ставить туда Residual Fire. Угу. Небольшой вот такой. Значит, у нас 16 пополам, 18. Плюс 1 за джунгли, минус 1 за лидера. По 8. По 8? По 8, плюс 2 за джунгли, плюс 1 за CX, минус 1 за лидера. Точно. Плюс 2. Да, 8 плюс 2. 10, 10. Это минимум ровно. Жалко. И второй раз. А зачем мне второй раз? С другой стороны, если мы поставим туда сейчас. Сохрани реконсил. Резидуальчик четверочный. Вот. Никакого второго раза пока что не будет. Угу. Так. А ты раз не снимаешь консилинг, когда входишь в притыв? А я солт мув у меня. Точно. Так, а эти, блять. Что, блядь? В каком смысле, блядь? Тут надо, может, какую-то ротацию осуществить. Ну да, надо. Конечно, с пристрелкой тут страшно. Ну ничего. Да, это Defensive Fire, это вся хуйня повторится сейчас, да? Да, снимем пока CX. Assault Move. Угу. И движение закончено. Прекрасно. А я продолжаю... КВН. Да. Значит, КВН такой. А что, КВН абсолютно тот же самый. Только по четвертой колонке. И уже плюс 3. Да. В попытке вскрыть эту хуйню. Нет. Никто не видит их. Ага. Сейчас пойдем обедать, зайдем в Озон. У нас там... Нам там подарки. Но это сюрприз. Все, а, все. Самый жир-то, блядь. Самый жир-то, блядь. Вот с миномета-то и начнем. Что тянуть-то? С миномета и начнем. Попасть. Минус 2. Попал без рафа. Очень хорошо, да, Дим? Но по... По второй минус 1 все те же. 6-я попала. Угу. Минус 1. 5. Это нормал морочек. Да. Это хорошо. Так, что у меня там лидер, по-моему, есть. Поэтому начинаю с него. Лидер жив. Прошел. Кто-то там дальше. Вот это. И еще одно. Вот это не прошло. Все, ДМ возвращается. Это хорошо. Так, теперь... Пулеметный огонь. Пулеметно-минометный огонь. Значит, 6 вот отсюда. И отсюда 6 и 4. 16. 16. Не помню этого слова. Ебашит сюда. По 16-й.
Плюс один за джунгли. Да. 11 плюс 1, 12 плюс 16, о, ничего. Тогда тебе сейчас нужно бросить Random Selection. Кто сломался, да, что ли? Да, объявить, кто какой. Ну, блядь, только не тяжелый, только не тяжелый. А у них там три вообще было. Да, тебе пригодится. Белый, красный, черный. Белый, красный, черный. Красный тяжелый. Получается, да. Угадал. Белый, красный, черный. Да, сломался. Мой тяжелый пулеметик-то. Обидно. Где-то прибывает, где-то убывает. Так, ну все. Final Fire снимаем. Где-то убывает, где-то прибывает. Advancing Fire. Да, видел, какой бросок был охуенный? Да, да. Ну, хороший. Хороший, да. Один сломался. Ну. Advancing Fire, совершенно верно. Блять, по этим поцикам, по шестой с плюсом один и вскрыться. А куда я иду вообще? Мне надо подумать, куда я иду. Миле. Ну, нахуй. Там. Ну, в миле-то не, есть смысл, пока мой ход, там два к одному попытаться успеть ёбнуть и закрепиться там. Пока минометы ломаются. А, ну мне там консилмент ничего не дает, потому что амбуш уже прошел, поэтому не вскрываться-то смысла нет. Ну, ага. Есть, ну такой. Тогда по шестой плюс один попробую засодить. Дай! Не засодил. Advancing Fire закончился. Раут у меня будет один. Это, блядь, бедняга. Оранжевый можем, да, сейчас уже скидывать. Да. Так, вот этот бедняга, он идет раз, два, три, четыре. А, у него три очка движения. Он же раненый. Ага. То есть он может пойти только вот сюда. Угу. На раз-два. Вспомнил я, почему для ближайшего леса или дома не нужно линии видимости. Часто бывает, когда ты на плато, из дома на плато поднимаешься, и ты помнишь, что дом там. Бывает такое, что для ближайшего у тебя нет видимой или невидимости. Не требуется она. Ну, потому что ты по этому, куда ты можешь бежать, да, там, типа... Это ограничивает правила легального. Да, да, но ты очень логично мне объяснил. Теперь я понимаю, по каким критериям надо отметать ближайший. Не подходит, не подходит, не подходит. Да, вот это очень важно. Адвансы. Так, ну надо, наверное. Че у меня в W5? Так, наверное, делаем вот так. Этот адванснется сюда, угу. В4. Этот сюда. Да, охуенно это правило, назвать гексагон, из которого ты взял фишки, даже если не кладешь. Я V4, я помню, куда ставить. Угу. Так, далее. Ну, делать что, нехуй получается, да? Попытаемся. Ну, не знаю. Пока тебе... Ну, не знаю. Рукопашная это такая непредсказуемая штука-то. Тут, наверное, надо подходить, блядь, или сюда... Не знаю, прям. Да, там следующий твой крепфайр, а эти хуй знает. Они сейчас куда-то типа побегут, пиздецо, или останутся, чтобы сюда зайти в адванс, резать моих челиков. Ну не знаю. Сейчас подумаю. Японцы. Японские городовые. Unpin Japanese in hand-to-hand. У нас здесь hand-to-hand, я так понимаю. Не, сейчас мой ход. На мой ход. Не я атакую, что ли? Да. На мой ход обычный, а на твой hand-to-hand. Так, а если я этого добавлю, то будет нормально, да? Ну, давай я вот
этого сюда двину. Угу. А вот этого пока не буду вообще. Пусть стоит на месте, блядь. Прикрывает. Да, их. Конечно. Так, ну что, подеремся, Close Combat. Давай. Сука. Так, у меня, я выбираю одну фишку. У тебя одинаковые, да? Один к двум, это мне четверка, четыре и ниже нужно. Без каких бы то ни было. Семь. Продолжение, блядь. Битва на мосту. Семь и ниже, да. Да, даже семерка была бы резко меня в лучшую сторону меняла бы. Да. Все, четвертый ход. У тебя есть ралли? Курить хочу, хочу. А, ну давай. Нормально? Пять минут есть, да. Перебьемся. И не пойдем обедать, пока не доиграем, наверное. Осталось-то чуть-чуть. Ну да. Мне кажется, такими темпами. Число фишек, чем хороша эта игра? Число фишек сокращается. Дима, отлично. Я очень... Чем бы это не кончилось? А вот это Надежды. Да, сейчас если бы они прошли, было бы гораздо лучше, да, если бы вырезали. Одному, да. Ну хотя бы там даже ополовинили бы, если бы сейчас они, да, там прям вообще было бы. Очко
золотого получал. А ты так и не сыграл. Сказать. Игра неплохая, но упрощенная модель современного боя. Вот, например, почему у Крю обученного нету минус 2 на починку пулемета? Не продумали вот это авторы Wargame на ISL? Авторы Wargame ISL. Так, что абстрактные. Да. А у меня из всех ралли-то... Собственно, она и есть, да. Белый. Белый кубик, прям чувствую. Ах ты ж! Прям все течет, все меняется. Экстрим. Минус 4. Ну как, минус 2. Они сами-то могут стрелять. Да. Минус 2 к фаерповеру. Минус 4. Ну, они, то они сами не стреляли, ну да. А то теперь сами могут. Ну да. Но рофик был, да. А у меня этот инвалид пытается подняться. Нет. Так, какие еще есть интересности? Можно попередавать, кстати, неплохая идея, для меня это важно. Ой, нет, сейчас узнаем, когда можно передавать. Да, сначала репэ, сначала репэ, а потом трансфер. Они такие, ну-ка дайте нам этот сейчас, что там у вас. Это увеличивает шансы, ну, меньше ломаться будет. С одной стороны, с другой стороны, я лишаюсь, да, вот этого. Нихер с ним, пусть будет так именно. Именно так, у них мораль 8. Так, вот сейчас будут интересности. Да, именно так я сделаю. Я ужасно, потому что коварный. Так, теперь у меня препфайр. Да. Препфайр будет такой, из миномета. Вот мне жалко оставлять этот пристрелку, поэтому я туда же тресну в надежде выкинуть... Casualty Reduction. Rate of Fire, а не Casualty Reduction. Rate of Fire треснуть, перенести огонь, там всех разбомбить. План такой, в общем. Планов громадье. Попал, но, к сожалению, без Rate of Fire. Да. По второй минус один. По второй минус один. За веточки. 7 минус один, 6. Пинтас чек. Ну, по-божески. Дурной овцы, хоть шерсти, клок. Есть. Верхний пин. И пулеметик. Он нормально, 8, да. 8, да? Угу. Очень жаль. Ну, вот я как раз сюда хотел шестую колонку привести. Этот пин, он как раз отменяет ее. Так, что ты имеешь в виду? Ну, я привел сюда half-squad, чтобы он еще двоечку дал, и стрелять не по четвертой, а по шестой. Так, ну вот знаете, какие интересности-то у меня получились? Я... В перспективе Defensive Fire отсюда я не буду больше объявлять, как его зовут, препфайров-то. Ага. Все. Приступаю к осуществлению коварного плана. Ухожу лидером. Оставляю пулеметчика. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот чем я хотел узнать. Могут ли все японцы участвовать в Банзае или только сквады и халф-сквады? Все. То есть крю тоже может. Пудов. Угу. Поняли, о, да? О, ёпта, Банзай через мост? Не-не. А, когда туда кто-нибудь войдет, да, они план, все туда... Да, план такой, но при этом я не хочу подвергать их риску. То есть мне надо доставить одного наблюдателя, так, по-хорошему. А остальными рассосаться. Здесь хожу. Здесь assault move был. Ага. А здесь раз, два, три логично было бы. Угу. Так, теперь здесь. В начале движения я снимаю фишечку. Угу.
CX. И по-хорошему, конечно, надо сделать Assault Move. И где же нам его безопасно сделать-то? Где, где? Да вот сюда, конечно. Assault Move. Так, ДМ вернем. Бля, они тут, конечно, могут вырезать, да, середину. Толпень. Assault Move. Все, не стреляю. Закончено движение? Совершенно верно. Тогда Defensive Fire. А поясни вот зрителям нашим, почему ты решил не стрелять? Ну, я сейчас посмотрю, как будут идти выстрелы. Понял. И посмотрю, куда пулемет просто привлечь. Ага. Сейчас сразу не хочу его тратить. Ну, сначала попробую миномет по миномету. Минус один уже есть. По чесноку. 9 минус 1. 8. Да, не попал. А, ну да. Охуенно. Вы видите, какой дорогие наши зрители, онлайн совсем немного, но я думаю, запись посмотрит. Вы видите, какой здесь концентрация варгеймерских свойств, да? Не как это сказать-то. Мастерства, опыта, ASL. Я ебал. Требуют наши сердца. Ну тогда лидер... Требует Магнитогорск. Магнитофон. Лидер с пулеметом и с отделением по 8 с нулем туда же. Ага. Ровчик. Не любишь ты мой. Не любишь ты мой. Так, а у меня там half squad, я так понимаю, с семерочку. О, 1МЦ-8, ДМ. ДМ? ДМ. ДМ! Смотрите-ка, вот он, этот редкий японский ДМ. Да. Обалдеть. Так, Rate of Fire. Ну, с Rate of Fire туда же насоживаю по 4 с нулем. Ага. 7. Так, а что там? Двоечка. 7 это, ну, пентаск чек, ничего. Ага. Prepfire ставлю. Ну вот, теперь-то... Prepfire. А, ну да, это же Advancing Fire, да. А, это Defensing Fire. Defensing Fire, да. Не... На расслабоне. Ага. Так, ну туточки, блядь. Я красоту навожу пока, блядь. Страшно, конечно, блядь. В каком смысле? С этой хуйней. А, в любом случае надо выстрелить и посмотреть, что будет. Сто пудов. Ну давай по 8 плюс 2. Давай. По 8 плюс 2. Джунгли? 10 Завод по 8. Много. Угу. Ну тогда делать нехуй из пулемета. Туда же содим. По 8 получается. Да, зато запиненное нихуя не дает. Угу. Плюс 2. Да. Чего? Так это что тут, блядь? А, это эти остались. Бонзайоры. Блин, извини. А как так получилось? Извини. Идея была именно. Извини, запутался, замешкался. Да, ты прав. Надо вслух говорить о своих действиях, гексагонах. Так, а нужно ли мне здесь так этот консилмент или попробовать ёбнуть по пулеметчику все-таки? По какому пулеметчику? По этому, вот этими, я думаю. Ну давай объявлю, ладно. Что там? Давай мерить, да. Что-то мне кажется. Подвел меня. Замер. Ой, извиняюсь. Ну, мне кажется, не вылазит. С той стороны? Да, с той стороны должна вылезти. Вроде не вылазит, да. Пулеметчик. Все улетело. Там был Крю, да. И где он теперь? А, вот он, собственно, Крю с пулеметом. Здесь у нас было отделение с лидером.
Да, оно отдало, да. А это отделение с пулеметом. Да, из-под миномета. То есть, наоборот, от миномета. Все. А, ну, по восьмой тогда плюс один. Ага. Туда содим. Суди. Попал. Четыре. Два МЦ. У них восьмерочка все-таки. Шесть плюс два. Восемь. Запинили. Да. Тот самый пин, который... Не пин. Нахуй не нужен. Не нужен. Так, потом будет твое движение. 5, 6, 7. Все, defense fire закончился. Так, ну теперь давайте посмотрим, как нам использовать потенциал. 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 Но логично использовать весь потенциал сюда. С одной стороны. То есть, например, можно наебать. И использовать не весь потенциал сюда. Сначала advancing fire. Ты еще... Спасибо. Блин, спасибо. Надо сделать вот эту вертушку красивую. Потому что после нее будет раут еще. Да, ё-мазай. Вот это я удачно зашел. Advancing fire. Так, ну Advancing Fire у меня только из одного гексагона возможен, зато какой? Силы 4! Стрелять по рукопашной как-то глупо. Глупости какие-то. Ну сюда вот по пулемету поэтому. Да. По четвертой плюс один, минус один. Семь. Зараза. Пинтаскча. Хотя почему зараза? Как кубик ляжет. Нормас. А пины их можно не проверять. Пининых можно не проверять. Раут? Да. Так, ну тут мне надо опять лидером подъебаться чуть-чуть. Сюда, может быть, даже. Все, раут закончен. Так, теперь нам надо атаковать. Здесь у нас оборона небольшая какая-то. Двойка, единичка, тройка. Оборона четверка. Атака будет тройка. А. В обороне целиком, в атаке половинца. А. Ну вот, с одной стороны. С другой стороны, если я выиграю, я окажусь под огнем вот этого пятой пиздецом. С третьей стороны, на самом деле, надо поднять градус безумия здесь. может быть, я не настаиваю, но не всеми. Но если получится по одной выйти и вырезать, то это будет прям бинго. Зачистка 2 по цене одной. Да, сюда тогда всеми. Ну сейчас будет, конечно, у меня миле. Там у тебя две фишки, да? Да, две фишки. Я могу один к одному пытаться сыграть. Ну давай, подумаем потом. Пока так. А, я прям всех под мили ставлю. Ага. У тебя там 10, у меня 12. Ебануться. У тебя даже 13. С лидером, потому что. Все. И вот мы его и проводим. А, нет, это я делаю адванс, если хочу. Ага, там. Ага. Если хочу там. Не, не хочу. Мне все нравится. Не хочешь. Так, ну тогда миле, что объявляешь? Так, я буду сейчас использовать свои красные цифры. Да. И если я объявлю против обеих фишек, то это будет три... Нет, не будет три к двум. Это будет... Один к одному. Один к одному. Но у меня будет минус один, да. И минус один. Минус два. Да. Рискну. Сейчас, я тогда тоже должен заранее объявить. Правда? До броска, да. Ё-моё, точно. Так, значит, у меня 10, я могу, допустим... Лидер прикреплен к одному из отделений. Да. То есть я могу либо один к одному, это два отделения плюс лидер, либо, блядь, рискнуть против всех один к двум. Ну, то есть разница единичка, да, но если мне ее не хватит, это будет по трон. Давай я... Ты два к одному против лидера можешь объявить. Против отделения с лидером могу объявить два к одному. Но тут надо убивать, блядь, побольше народу. Один к двум, это шесть. Надо будет выкидывать пять и меньше. Давай я... Тебе надо будет
5 и меньше. Один. У тебя тоже минус один? Нет. Ну, я тоже красненький использую. Ага, оба используют. Да, они либо, когда японцы, они сходятся, понял. А когда американцы расходятся. Они постреливают, понял. Блять, ну, один к двум надо, да, всех, короче. Все против, все на всех, что ли? Да, да. Охуеть себе. Да ну нахуй, блядь, такие игры. Мимо. Сука, мог бы убить. Жалко, блядь, такой шанс. Фу, бля, это начало четвертого хода, и в одном конце пиздец. Моста идет, ага. Стоит три отделения. Бля, сейчас бы вот так и все. Ну и да, все. Ну как все. Там, ну, конечно, посмотри, это же ISL. ISL, ебаный, бля. Снимаем пин. Бля, бесценно. Честно говоря, не знаю, смогу ли я когда-нибудь играть еще в эту игру. Ну, может, через неделю. А ты, кстати, как-нибудь Феде намекни. Федь, ну что ты вот со мной еще играешь? Он с Игорем, чуть похоже играет. Человек добрый. Подсказывать будет. Фу, блядь. Ебано это мели, но его надо тогда просто настреливать. Так, Close Combat сделали. Close Combat сделали. Черный чат. Поехали. Ралли-фаза. Ну, пытаюсь там этого лидерка. А ты уже сделал, да? Лидерка приподнять. Не приподнялся. Блять. И тут пин. А, все, пин я снял. Так, у меня здесь ни хера не крю никакой, я просто снимаю ДМ. Блять. Так, мне нужно, блять, этот бесогон расчистить в любом случае. Потому что... У меня там уже максимальный стейкинг. Да, я могу еще туда загнать, блядь. И мясо, кровь, кишки, ягуар устраивать нужно. А у меня-то было минус 2. Я прошу прощения в этом мире. Я выкинул. Да, да, тебе не повезло вообще жестко. 10. Девяточка меня устраивала, да? Хотя бы. Так, сходить ли с ума и начать стрелять... В мели. В принципе, у меня есть для этого ресурсы, да? Угу. Если ты там будешь редюситься хотя бы просто. Угу. Но я, конечно, если там буду не проходить, это будет неприятно. Но, с другой стороны, у меня одни выйдут из мели, а другие зайдут. Логично. А эти, может, когда-нибудь восстановятся. Логично. Поэтому припфайр будет... Максимальный. По 12 плюс 1 вот этот стек. Угу. Сломали пулемет, тут уж можно не спорить. Даже хорошие американские пулеметы в джунглях. Два раза подряд, 12. Ой, давай снимем еще у меня вот эту, да? А. Inquisition. Это же автоматом делается, да? Без всяких. Да, да. Без каких бы то ни было. Ну тогда по 20 плюс 1. Давай. Не хотят по своим. 12, наверное, по 20. Пентаск чек. Интересности. Ну, я со своих прошел. Один запинился. Это неплохо. Так, у меня три фишки сверху. Ой, за лидера начинаю. Да. Лидер 9. Может, нам их по цветам разложить? Как давай. Так, лидер девятка, остальные восьмерки. Да. О, лидер прошел, это означает остальные минус один. Да. Раз, два, три. В рукопашную меня бы это устроило. Все, причем все броски. Да, потом тебя тоже, бля, кажется. Ты был оставь все на все. Кошмар. Кошмар. Так, припфайр не удался. Ни хрена вы матершинники, мужики. Ну нет, когда мы в спокойном, ну как и обычные взрослые люди, мат это такое выражение сильных очень эмоций. Так, ну тут будет assault move. Мужики, кстати, в поле пашут. Так, что там? Assault move. Ага. Тут будет раз, пятый два, ход заканчивается, три, даже не верится. И тут будет assault move. Ху, дайте-ка я красоту наведу феноменально. Так, а этих, ну тоже, блядь, надо подгребать. CX снимем. Зачем? Ну, они там стоят далеко от А всего. Чем снимаешь CX?
А, ценить, да-да-да-да-да-да. Блин, я просто, ну, как бы, знаешь, бывает, говоришь одно, думаешь о другом. Мне показалось, что ты консил. Консил надо снимать, да. По-моему, красиво очень сейчас видно. У кого препфайр, кто ранен. Страшно, блядь. Дефенсив фаер. Ну, мы выяснили недавно, что по второй с плюс один, да? Да. Ну, нормальная колонка, то есть 5 и ниже устраивает. Сейчас кину. По второй с минус один иду. А, его еще раз, два, три, а нет. Все, только по второй из этого пулемета легкого сюда минус с минус одином. То есть, наоборот, с плюс одином. Мимо. Не сломал. Нет, сломал. Не, считается чистый бросок. Не, подожди. Я вспомнил, у меня же это... А это легкий. Да, это крю. Это крю. Это, мало того, крю, а на легкий не распространяется. На средний тяжелый. Правда? А я переживал. Я отдал этим специально. Ну, ладно. Все. Все. Так, тогда advancing fire. Так, ну вот из подтянувшихся. Ага. По 12-й можно, да? Можно объединить без каверинга. Да не, я лучше два отдельных стрельну. Дай. По 12 плюс один. Пиздец. Страшно что-то. Ну и тут по 6 получается с нулем. Я видел. А у тебя еще одна пара. А сейчас мили будет, блядь. Пиздец какой-то. А ну ты все плохие уже выкинул. Раутов нет. Адвансы. Ну да, вот это, собственно, блядь, в этом идейка и была. Ты дыщ. А это не все еще. Так, да, можно припфайры снять. Тут полуотделение выводим. Вот этих всех заводим. Заводит он. И тут все. Close combat. Так. Так, у нас 3 по 5 и 3 по 4. Против 3. 3 да, но 4. У меня в атаке один стал 2,5 из-за охуенного пинтаск чека. Класс. То есть у меня 12,5. Ну, 13,5. То есть, в принципе, против всех я могу объявить 1-1. Да? Пятерка, да? Да, объявляю 1-1. С минус один за лидера. Да, а я объявляю всеми по отделению с лидером. 12 к 6. 6, да. Неплохо. 13 к 6, да, неважно. Давай. Блять, 8. Так, а у меня 2-1, это ниже 7 надо. Ну и 7 устроит. 7. А половинил кого-то. Не знаю, ну, лидер белый. Лидер casualty reduction. Убит. Везет. Эх. А, блин, у тебя на том берегу должен быть один лидер из трех, чтобы выиграть. Да, блять, на шару не получилось. Придется подумать, что-нибудь придумать. А хули тут думать, они тут все застечено. Тут, блять, надо просто все убить. И забегать, да, в Федином стиле. Так, значит, у нас что? Ралли. Я сейчас быстро тогда с Александром Сергеевичем разберусь. Спасибо, Глеб. А почему он все-таки решил... Алешка! А ты кто? Ты кто? Алешка, как же так-то? Ну, напиши письмо. mail@provargames.ru Да там сообщение группы можно написать. Сообщение группы. Да, мы кучу народу удалили. Всех восстанавливаем потихоньку, кого обидели ненароком. Пиздец какие. Удаляли всех, кого не знаем. У меня вот ни одного знакомого в Алёшке нету. Алексеев куча. Алексей. Это же не Чебыкин. Он же не Алёшка. Алексей Анатольевич. Почти как. Так. Да, сообщение группы, да. Почему же мы из группы удалили? А чё он в будни-то не захотел прийти, не может?
Ну да, он тяжело вбирает все. Живой человек. Да. А сейчас он в одно касание буквально там типа обещал. Знаю я его одно касание. Ага, конечно, истории, блядь, про КБ, про хуе. Вот смотри, Алёшка, почему тебя удалили из группы? Потому что ты пишешь, ни хрена вы матершинники, мужики, вот нахуя ты это пишешь? Вот поэтому и удалили. Поэтому можешь даже не проситься обратно. Ну да, кстати, мы от таких суждений отказываем. Ну да, пришел, посудил, как бы, вот ты свой бонус использовал. Зиму пережидали у себя там. Блин, столько дел, ты себе представить не можешь, я даже не ожидал. Ну вы человек, который так любит мне помогать, домой все дверь. Все, короче, это прям занят вообще. Я знаю. Это мне подарочки. Это подарочки не тебе, а ребенку. Спасибо вам огромное. До 14 февраля был день рождения. Передал. Слушай, значит, передай. Ну там настолько у меня коробка еще. Ой, ой, я так когда приедете? Ты знаешь что, в понедельник у меня... Ага, все, так. А все, а после понедельника я надеюсь. Все, прям во вторник приезжайте. У меня будет печенье и чай. Мы с вами обсудим, как мы с вами... А, это все. Вот, помните, да, как штука всякая, не стал бы убирать. Помните, какой-то калибр? Помните, вы обещали про выберу? Восьмерка. Хороший комплект. Ага, да. Все, и это я просто не готовлю. Ой, ладно, приводил. Все, обнимаю вас еще раз. Во вторник жду, прям во вторник. Я позвоню. Я говорю, напомню. Чай, печенье, все, жду вас очень сильно. Александр Сергеевич, святой человек. Да, чем нам да. Только эти транспаранты, как вспомню. Представляешь, у нас тут будет как флаг можно будет поднимать. Так, ладно. Ралли. Да. Значит, у меня есть одно... Нету... Да, да, селф-ралли. Могу. И, кстати, не будет... Сейчас, если оно поднимется, оно еще мозга поебет. Семь. Поднялось. Плюс один, минус один. Да. Так... Минометик. Препфаир. Препфаир. Дайте мне препфаир. Минометиком я стрельну вот по этому самому опасному гексагону. Начну пристрелку. Надо, чтобы попасть, надо 7, но плюс 2, потому что это эрия. Ты меня научил. Не-не-не, плюс 2 было за консилмент. Эрия у миномета всегда. Да, эрия просто. Эрия делится пополам. Значит. 7 тупо. 7 тупо. Не попал. Повезло. Все. Да, пристрелка есть. А, у меня-то ралли-то. Я что-то... Извини. Да, у меня лидерок поднялся. Это-то, кстати... А, ну на 3 ходит. Уже просто не успеет. И попытаюсь починить. Починил. Так. Началось в колхозике утро. Так, теперь... ну тут надо нахуй расстреливать. Милий стек, блядь. Какой стек? Милий, блядь. А, это про это все. Так, теперь у нас препфайр продолжается. Ну, вот этот восьмерочные морали хорошо прям стоят. Пока ты там стек будешь расстреливать. Я под шумок. Под шумок. Good order unit-то. Это не в милии. Сюда. А вовсе не сюда, как ты думал. А, по второй, как мы выяснили, с плюс одином. Угу. Уже было такое. 8 мимо. На этом препфайр мой закончился. Движение будет? Нет, не для этого нас японские матери рожали. Defensive fire. Defensive fire. Так, значит, тут 20-е. Давай вот эти два. Ага. По 24 плюс 1 в мили. Давай. 6. По 24 МЦ. Да, ну у меня там 3 фишки одинаковые осталось. Угу. 5 плюс 4 брейк. Угу. Брейк. У меня все брейк. Полная замена. Так, у меня 3... Лидер. Лидер, да. Он, по-моему, еще и ухудшился. Плюс 4, 11, 16. Да, стал 8-0. А, он ранен.
Он ранен. Ты кидаешь один кубик на рану. Я не помню, они елэрятся или нет. Давай проверим. Диофты. Так, я кидаю вас кучу на рану, вдруг да. Там не надо ничего проверять. Ну, ранен просто. Да. Надо проверять. Так, а я ищу рану. Она красная, да, наверное? Вот тут они где-то на обратных сторонах были. Ну да, я белый и красный положил в разные. Так, лидер, смотрим ELR. Нашел. Not subject for replacement. Понял. Да. Так, теперь у меня не только, у меня будет еще и проверка за лидера. Не, у них лидер лос moral check, это лидер лос task check. Поскольку он не умер, то у них просто у всех 4 МЦ. Мама родная. Но мораль все равно 8. При этом. Да. Обалдеть. Но он теперь дает плюс 1. Где он, кстати? Почему это? У него 8-0. А, он 8-0. Нихуя себе, это хороший. Самый лучший лидер. На том берегу остался. Ослабились, зараза. 5 плюс 4, 9. А вот эти с ELR. Двойка ослабленная, да? Ага. Вторая линия ослаблена. Смотрите, какая интересная игра. Сейчас Дима не прочистит эту пробку одним ударом, то у него останется... Пока тут поставлю в реку. Так, это шестое американское началось, надо понимать. Да. Шестое американское. Да. Классная игра. Так, это был Prepfire. Да. Вот этот. Это такая любопытная история. Вот, слушай, а если бы японцам бежать некуда было бы, если бы у них там был ДМ какой-нибудь. Да. Так, мы сейчас лидера обратно пока поставим. Еще будешь стрелять? Там стал силы-то 3 тройки, да? 9. Да. И лидер. 10. Ну, все равно дохуя. Надо бы еще прочистить. Давай по 20-й. Давай. 11. А, и стало по 16-й. Пентаск чек. А, ну мои не проходят, а твои? Тоже? Они же с лидером. Ну только я лидер шучу, не проходит, шучу. Да. Так, значит, у меня там 3 восьмерки. А вторая линия, это сколько там у них на обратной стороне? Тоже семерка. То есть 3 восьмерки. Раз. Ага. Два. Оттыть! Одна не прошла. Сука, если бы moral check, это было бы прямо охуенно. Так и сила стала совсем другая. Я сверху вниз кидал. Давай из миномету мы стрельнем по твоему миномету. Вот это я понимаю, дуэль. Дуэль на минометах. Привет, Лиска. Да, спасибо. Фу. Так, из миномета по миномету. Не попал. А, ты еще не стрелял туда? Да, я только подошел. Так, ну и что тут? 4. А что у него с портедж-поинтами в собранном виде? Почему тебе его дали? Почему тебе его дали? А, чтобы ты побыстрее его принес. А, собранный 3, да? Да. Так, это 9 плюс 4, 13. А, это уже стреляло. 13. Ну, сюда еще по 24 с плюс 1. Давай! Всеми остальными. О, попал. С рофом еще, блядь. 4 по 24. Один Kia. У каждого или только? У каждого, да. Ну, то есть у меня там, значит, 3 фишки. Да. Я такой беру. Но они 3 одинаковые. То есть да. Посмотрим просто дубли. У меня верхний дубль 2 Kia. А один break. То есть casualty reduction. Я не могу. У меня 4 фишки. И как стоят сверху вниз. Слева направо, так сказать. А сколько Киа-то, я сказал? Один Киа, ты один сказал. Один Киа, да. Точнее, не смеши. Дубли. Красный. Нет, по верхней фишке, то есть у тебя фиолетовый, это кто?
Самые нижние пин. Ну все, значит. Ну, черный обычно самый. А, да, да, да. Третий. Обычно, ну так. Ну, самый темный, самый светлый. А, ну давай третий. Не, правильно, тогда третий. Третий. Это вот Kia. Это. А все остальные брейк. То есть лидер проходит проверку. Как брейк? Один МЦ, может? Нет, брейк. Kia это один Kia, а все остальные автоматические брейк. А, ёбаный стыд. Поэтому я заредюсился. Вот мое полуотделение оставшееся. Ага. То есть лидер сейчас просто проходит проверку на рану. Так. Одним кубиком. Умер. А эти все еще уменьшились. За Микадо это... Пиздец, блядь. Смерть за Микадо это почетная смерть. Кидай просто. Так, еще двое уменьшились. Так, ну смотри, вот эти как их уменьшить-то? Их полуотделение второе. Давай. Вот оно. Угу. Сюда треснутые. А этих как уменьшить? По не, отделению? Не, оно, а в это, что оно нормальное. Сказал, брейкнулись. Да, вот они из состояния вот такого брейкнулись, стали вот такими. Это для них брейк. I love Japanese. А это, соответственно... По отделению первое. Да, тут не осталось. Я не могу. Вот троечка, блядь. Вот, вот после стрельбы осталось столько народу. Японцы, блин, это в кино такие вещи обычно показывают, как кругом сечет ветки, и трупы, трупы, и горстка героев, сжав оружие в руках, ждет наступления бледнолицых рыжих так. варваров. А с рофа я стреляю по восьмой сюда. Давай. Это ж два пулемета стреляло. Давай. По восьмой плюс один получается. Давай. РОФ 7, 1 МЦ. Угу. Так, у меня там 7 мораль. 8, устояли. 1 МЦ. Ай-яй-яй. Брейчок. И с РОФа стреляю по соседям. И по их соседям. Я понял, по их соседям. Так, эти, три, эти перевернулись. Ага. И ДМ снова им. Это обидно. Давай. А, по восьмой, соответственно, с плюсом один. То же самое. Угу. Без рофа 6. 1 МЦ. Так, у меня там мораль 8 в этот раз. Нормас. Пин. Ну, не совсем нормас. Ну, нормас, да. Им больше-то особо. Это нихуя-то не надо-то. Ебать. Тулюсю. Все, это был припфайр. Движение у меня будет. Ну, а что тут? По фанчику чисто, блядь. Убираем. Ага. Ну, раз. Ходи дальше, у меня, собственно, ничего. 2-3. Ага. Движение закончено. Дефенс фаер. А, не будет. А почему у нас у всех преп фаер? Не понимаю, как такое может быть вообще? У тебя дефенс... А, это у тебя с прошлого хода осталось, видимо. А, да-да, точно. Это пин тут просто, я стрелял. Сейчас у тебя дефенс фаер. Что-то не вижу никакого defensive fire особого. Бля, мясо, кровь, кишки, ягуар, конечно. Распидорасило. Угу. Раут. Осталось одно движение. У меня я обязан... Отбежать. Отбежать. Так, что тут по стейкингу? Лидер. Одно. Второе. А, ну и у меня тут два полуотделения и одно отделение. То три есть, фишки. В принципе, могу сюда... Сюда, там три сквад эквивалент. А, я все время путаю. Три ММЦ стейкинг или три сквад эквивалент. Сюда тогда раут. Все, раут у меня закончен. Да, хорошо. Адвансы? Да.
Адвансы. Так, я сейчас могу по максимуму туда набить. Набиваю. Два отделения. Три отделения. И... поднявшегося раненого лидера. Бежит мстить. Героически. Тут смотри, когда я на раут убежал, мили закончилось, СЦ по новой получается. Вот смеху-то. Значит, амбуш. У меня плюс один за джунгли, минус один за стелси лидера, минус один за его модификатор, он 9-2, стал 8-1. То есть у меня минус один. И у меня минус один. И у тебя за стелси японца минус один. Да, по минус одину. Три, например. Шесть, минус один, пять. А, да. Без амбуша. Это какой-то... Так вот засветилось. Патрон. Так вот он раненый с одним из отделений. Да. Я атакую всех. Ну... Это ж 5 к 1, ёпта. 4 к 1. 4 к 1, да. Казалось бы, меньше 9 надо выкинуть. В противном случае все продолжится. А я атакую. А еще я вот этих забыл про адвансит, если не против. Не против. А я атакую, понятное дело, отделение с лидером, потому что ровно один к двум получается. Да. Бросай. Убил. Сука. Ну так бы игра закончилась. Так не закончилась. Так у меня есть еще один лидер-то. Да. Мимо. Так. Да, да, прям девяточку выкинул, да. Так, и мой ход настает. Жесть, блядь. Чё за мясо? Чё за мясо, блядь? Игра. Значит, смотри. Чтобы выиграть в этой игре, сейчас у нас релли, да? Да. Какой-нибудь надо фейс здесь завести. Чтобы выиграть мне в этой игре, надо не дать тебе на тот берег ступить. Просто здесь фишку поставить, это самый легкий вариант. Но у тебя, блин, сильный очень есть препфайр. На твой ход ты можешь препфайр сделать невъебенный. Я сбегу на раут, а ты такой типа зайдешь всеми сюда. 6 очков должно встать. 6, это 2 за отделение. То есть 3 отделения достаточно вести одного лидера. А, или хорошего лидера. Вот этот, например, канаец с минус единичкой. Он сам по себе дает 2 очка. То есть 2 отделения и лидера. Поэтому сейчас самое время объявить бонзай. Кем-то добежать. Через весь там этот ряди... Не редьюст, как он называется-то? С одной стороны. С другой стороны. Ладно, я сейчас подумаю, начнем с ралли. Раллио. Я снимаю эту штуку. Снимаю эту штуку. И вот у меня мой последний шанс объявить, так сказать, бонзай по мосту. В ту сторону сбегать. Стрельба будет немеренная. Пять. И здесь 3-5 стоит. 3-5 и минус один лидер. А здесь 2 четвёрочных пулемета, минометчик и пятёрочное отделение. Или просто развести тебя на препфайр. То есть все будут входить через этот гексагон. Good order, надо, чтобы там осталось.
чего-то там. Ладно, ралли закончили. Угу. Препфаир. Но мне не нужен твой дефенсив сейчас. Хуй с ним с препфаиром. Зачем мне выдерживать и дефенсив, блядь, и преп? Это хуёвая идея. Миномет здесь стоит, да? Да. Гадость какая. Гадость. Бля, сценарий вообще чумовой. Гадость какая. Препфаира. Двойка с плюс один. Ну и что там можно накидать? Пятерка, нормал, морал чек. Восьмерки. Хотя это же SL, тут можно всего накидать. А так, если я имя их оставлю, то все по ним ебанут. Я могу отойти, войти снова, будет твой препфайр, в любом случае будет препфайр, и побегут вот эти. Ага, не скажи. Препфайр, там тоже надо быть аккуратным, а тут перестреляешь, а там одна фишка случайно треснет. С третьей стороны. Вот как мы поступим. Вот как мы поступим. Препфайра не будет. Препфайра, блядь, не будет. И мы начнем мувмент. Мувмент. Ну, допустим, я assault move делаю, ты такой всеми хуя. И они взрываются, если не выкидываешь 12. Ну и хуй снял, да? Ну как взрываются, только, может быть, я переоцениваю, здесь 15 сила. Совместный огонь сюда легко 20 собирается, да? А вот здесь не так все страшно. Миномет. Как стрельнет, непонятно. 5. 2 пулемета. Не, попробую сыграть меланхоличное, как бы. Assault move. Assault move. Не буду вот этого всего в Федином стиле. Так, моя надежда на то, что ты будешь выходить. Defense fire. А, блин, подожди. Ты же туда можешь стать адвансом. Извините. Ты войдешь сюда, я тебя здесь не вижу. И ты просто выйдешь сюда адвансом. Можно я перехожу? Конечно. Ты входишь сюда. Идешь сюда адвансом. Ты идешь сюда адвансом. И вот ровно этого стека тебе хватит. Прям вот ровно. Вот оно. Смотрите-ка, я чему-то научился за это время. Ну да, надо тогда вот что делать. Вот что я вам скажу, ребята. Assault... Ой, нет, нихуя. Так, теперь, если я объявлю банзай, то мне придется бежать под огнем всего этого пиздеца. Но если кто-нибудь сюда добежит, то будет такая себе рукопашная. А, да. Банзай! Сто пудов! Есть лидер, все условия соблюдены, я, собственно, ради этого все это и делал.
Во, да. Я вспомнил, у тебя же там после первого выстрела ополовинивается стрельба-то. Хотя и утрояется в какой-то момент. Теперь мы не повторим ошибки, и все ходят на один гексагон, при этом тратят очки. Очки самой фишки, которую потратил больше всех. Всех, да. Смотри, целью является... О, вот эти, например. А я могу, войдя, я могу двигаться дальше, интересно, войдя в какой-нибудь этот гексагон? Нет. А, тогда хочу выебываться. И эти. И я хожу. Раз. Сейчас я всеми прохожу. Раз. Раз. Так, а эти приближаются. Раз, два. Три, четыре. Охуеть. Они сейчас, блядь, побегут на мост. Надо их пытаться убивать. Стирать с лица земли. Мораль плюс один. Тут бежит девятка и восьмерка. Ну давай сначала. А, у меня тут есть лидер, да? Давай сначала по четвертой минус два. Давай. А почему по четвертой? Ух, ё, твою мать. Один Киа. Да. Хорошее начало. Там еще резидиум фарда надо поставить. Да, двоечку. Ну, один Киа, кидай два кубика. Нижний Киа. А второй проходит один МЦ. А, ненормально. А второй автоматический брейк. Ну, то есть просто переворачивается на ту сторону. Не, у него... А, да, точно, гляди-ка. Йоу. Так, и это... Еще не все. Каждый может пострелять по одному разу. То есть мне сейчас... Да. Наверное, есть смысл туда мне набить максимальный резидиуал. Поэтому я стреляю вот этими. По 12 надо понимать. Минус 3, да. 10 минус 3. 7. 1 МЦ. Фаер. У меня там... Девяточка, между прочим. Прошли. Так, я стрелял по 12 и могу обновить на 6. Все, на первый импульс я пострелял. Погнали дальше. Так, а здесь им делать нехер. Они входят, объединяются, вливаются в поток. И сначала проходим, наверное, по шестой. Да, сначала резидиал. Давай. Три по шестой. Обидно. Casualty reduction. Остатки 2 МЦ. Так, у нас тут... А... Три фишечки. Три там? Не да. Думаю. А, там лидер еще. Да. Ну, хотя бы без этого. Нижняя. Нижняя ополовинивается. А, может, тут есть? Да, вот и есть половинка единичка. Угу. И начинаем проверяться. Один МЦ сказал. А сейчас, погоди, она просто переворачивается. Casualty Reduction. Она же целая была. А ведь не во время брейка. Ну, это Casualty Reduction, это то же самое, что брейк для нее. Мама родная, как удобно. Для японцев. Да, то есть это просто не прошедший moral check. Круть. Casualty Reduction, вот такой вот. Да, да. Теперь все проходят 2 МЦ. Как 2 МЦ? Ну, К2. Остатки, а, в том числе эта фишка. Так, начинаем с лидера с моралью 9. 4. Нормально. 5. И у всех мораль 9. Из-за лидера и бонзая. Да. Нормально. Перекинул. Нормально. Так, нормально. Нормально. Это был просто резидиал. Сейчас подумаю тогда. Сейчас тогда подумаю.
Что тут, блядь, осталось-то? Одна маленькая фишечка. Ну давай я стрельну вот этим сначала. Ага. По четвертый минус два. Ага. Четыре. Один МЦ. Мораль 9. Нормально. Так, теперь. Тут. В чем ёбаный ужас-то? Да. Я прослушал. В чем ужас-то? Сейчас это так. Давай минометом в толпу попробуй стрельнуть. Толпа, там всего два отделения. Давай. Попал. Попал без рофа. По четвертой. Давай. С нулем. Семь, ничего. Угу. Так, ну, для внимательных зрителей пинтаск чек, но для бонзая не работает. First fire. Я тут одна. Ну и, наверное, надо, блядь, всей толпой. Тушить мясо, готовить вкуснянку. Четыре плюс девять. 13. Да? 4 плюс 9. 13. Ну, двумя пулеметами и одним отделением по 12 минус 2. Давай. Давай. Минус 2, 3. А, К3. И ровчик у пулеметов. Casualty Reduction? Да. Ну, кто этот человек? Опять нижний. 5 нижние. А casualty reduction для него вот сейчас означает, да, полуотделение. Замену на полуотделение. И все 3 МЦ. Блин, это жестоко. За лидера. Прикинь. 5 плюс 3, 8. Да. У него 9 за бонзай. Да, да. За остальных 3 МЦ. 7 плюс 3, 10. К сожалению. Ага, перевернулся следующий. Это вот этот. Ага. И за нижнего. 10 плюс 3, 13. Перевернулся? Да, ДМ. Так, а пулемет у него был. Угу. Пулеметы еще остались? Да, с рофа туда пытаюсь добавить. Так, это восьмая. А, не, не могу, потому что они потратили одно очко движения. Точно. Не могу. Но, то есть рофом, ага, пока что не помечаю. А, ну, тогда вот этими буду сюда стрелять. Значит, я вот так сделаю. Ага. А вот этими сюда. Это по 12-й минус 3. А точно у пулеметов остается? Да, остается. Угу. 6. Минус 3. 3. Casualty Reduction и остатки 3 МЦ. Ну дальше некуда, мне кажется. И так уже. По-моему, там есть еще поменьше, да. Серьезно? Да, есть вот такой. И остатки 3 МЦ. Но мораль у них 8 сейчас уже. Да. Слава богу. Так, это ДМ. Вот, а дальше судьба бонзая нихуя неизвестна, учитывая, что на мосту стейкинг один юнит плюс один лидер. Угу. Получается, туда дальше никто не может вбегать? Это очень круто для меня, вообще-то. Это лучшее, что могло случиться. Теперь все зависит от того, как вот эти здесь себя будут чувствовать под препфайром. Без всяких М2.
А Банзай снимаем, что ли, тогда отовсюду? Ну, отовседу. Сейчас посмотрим, да. По идее, если они не могут дальше двигаться, они должны просто закончить Банзай. То есть я не уверен, что они сюда должны идти, потому что они сюда не сокращают. Не сокращают. Сейчас позырим. Так, Банзай. Must immediately move. Must. Как интересно. То есть, вот если бы я мог остановить Банзай в какой-то такой вот ситуации, то, конечно, я бы его остановил. Банзай дает просто преимущество, я зрителям поясняю, потому что этот временный буст морали. Must move closer to target hex or enter enemy with no counter. Да, Лёшка, да надо же. Hex. Ну да, то есть если они не могут дальше двигаться в сторону цели по каким-то правилам, то их Банзай Чардж заканчивается просто. Угу. Как интересно. Интересности. Так, ну все, движение закончили, значит. Тогда Defensive Fire. Пытаюсь с ровных пулеметов сюда же. Ага. По восьмой. 7. 1 МЦ ров. Так. Лидер. 3. Один кубик на рану. Точно. Живой пока. Все проходят с плюс 1. За верхних. А еще сколько там было? 1 МЦ. Стал единичкой. Угу. И за нижних. Убился. Но плюс один мораль у него за лидера, один МЦ плюс один, то есть ничего. А у него плюс два же. Лидер плюс один. А, лидер плюс один стал давать. Я обязан, да, убился. Убился. Сидит с мясом, блядь. Ну и с рофа туда же. Угу. Девять пентаск. За лидера. А лидер не пинется. Не пинется? Да. То есть за отделение. Да. За отделение. Запинились, да, что ли? Вот это обидно, конечно. Адванса не будет. Угу. Так. Defensive fire закончился. Не начавший. А, значит, то есть он закончился, да. Снимаем тогда. Да, advancing fire. Пиздец. Да, хорошо, пулемет-то постреляли, когда надо. Когда надо. Раут? Да. Так, и чё тут никаких нахуй раутов? Ну так, вот это с моста получается. Лоу-кроу можно сделать. Да. Ну, лоу-кроу хорошая идея. У него мораль 8. Станет 9 с лидером. Ну, плюс 1 будет. А, он не обязан, он обязан их там... ДМ не работает. Да, он вот обязан их поднимать. Так что нас ожидает новый раунд стрельбы в ближайшее время. На чем, в общем-то, мы можем закончить. Но это будет последний, в любом случае, ход. Да. Последняя половинка даже. 7,5 ходов в этой игре. Так, запиненный. Можем снять, наверное, сразу, да, после раута адвансов. Да, если адвансов не будет. Не могу, к сожалению. Да. Рад бы, да не могу. Все сейчас будет зависеть от препфайра, который будет не такой густой. Да, да, чтобы эти побежали. Эти не могут стрелять, да. Да. Так, давайте-ка рейли, кстати, важный момент. Значит, у них мораль 9, но поднимаются они с плюс 1. Не так-то сложно, кажется.
Плюс один за раненого лидера. Да. Но они уже ослабленные. Угу. Все. Ну, кстати, обратная сторона вот этой японскости. Они фишки не ралят. Если убили, то убили. Если... Так, а это где стоит у нас? Здесь, да, пристрелка? Да. У меня тут тоже есть релли один. Сколько мой ход. Вот там полуотделение. Ага. Полуживое. Не встало. Интересности. Да пиздец. Какой-то. Так, ну что, припфайр с двух гексагонов и все. Да, как бы, да, да. Давай сейчас как покидаем. Как покидаем. Так, я я миномет-то уже пристрелял на опенчик. Помнишь? Да. Один выстрел был. Да. Ну тогда начну с миномета. Начни с миномета. Ну, не сломал зато. Так, а что по рофу? Три. Да, вот это хороший ров. Так, минус 2. А он реально на 7, да, попадает? Сейчас я посмотрю. Тут, может, на расстоянии коротком он все-таки, блядь. Хуже попадает. Хуже, да. Может быть такое теоретически. Так, не, семерка, да. Он не хуже, да? Не-не. Ого, давай дальше. Так, с рофа стреляют, получается, дальше. Да, минус 2, да. Угу. Ров попал. Попал. По четвертой с нулем. 4 по 4. Блять, да что ж такое-то? 1 МЦ. Ну вот это началось везение. Так, ну ладно, можно проверяться. Лидер. Ранен. Один на ранку. Готов. Таш уже ранен. А, плюс 1, 5, да? Да. Фу, за Half Squad. О-о-о. Ну да. Ну, как говорится, где-то убывает, где-то и здесь, что там, это... А что это творится-то? Ну, пулемет у него одного. Да. И... Ну, все. Еще ров. Ну, можно вообще-то больше не стрелять. Движение, да. Движение, раут, фейс и адванс, да. Ну, да. Так, в целом я сделал одну очень важную ошибку. Это банзай рановато объявил. Жесткач. Рановато, да. Ну, это мне наказание было за то, что я не читаю ни хера. Ну, с другой стороны, я даже не видел никогда банзай. Бамбуковая... Роща. А, бамбуковая роща. Подвела. Вот этот чувак, он мог там реально в середине, блядь, грызть. Восьмерка с минусом один. Да? Да. Фу, ну спасибо. С другой стороны, интересно было очень, это... конечно, вот этот здесь драйв был. Ага. Все равно был шанс на дурака выиграть, если бы ты меня, ну, девятку не выкинул. Выкинул бы девятку, например, то же самое, да? Так, ну, всем спасибо, мы прерываемся. Да, матершинники уходят от...